Добрий вечір, шановні друзі, добрий вечір, шановні глядачі, експерти, наші гості, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається о 19.30 на телеканалі «Миколаїв» у студії програми «Контраргумент», щоб поговорити про ті питання, про ті речі, про ті проблеми, про ті процеси, які є для нас нагальними, які нас турбують, які чіпають, якщо не усіх нас, то принаймні переважно більшість з нас. І сьогодні ми знову поговоримо про ринки. Про ринки взагалі та про деякі ринки зокрема. Багато чого вже накопичилося, навіть сьогодні, вже перед самим початком програми, тут у студії вже роздавалися рецепти, як усі проблеми вирішити загалом і одразу, а інші питання, інші позиції були щодо того, що це взагалі ніколи не можна вирішити. Втім, послухаємо, подивимося, поміркуємо разом, чи можна взагалі щось зробити з цим явищем, чи взагалі потрібно з ним щось робити, і поговоримо як взагалі, так і на окремих прикладах. А перш ніж розпочати нашу програму, представити наших гостей, представити наших експертів. Давайте подивимося сюжет Федіра Бондара про то саме взагалі. Будь ласка. На временних труднощах Харю наживав. Товариші, ну що ж ви напали на чоловіка? Не нравиться, не берите, а ви візьміть. А що це за запах такий, а? Это дыня чужуйская. Ой, замечаю, 15 рублей. Взвесьте, пожалуйста. А насчет Харри, я вам так скажу, надо почаще на себя смотреть в зеркало, верно? Ну, наглое, а? В магазине тебя оскорбляют. Придешь на рынок отдохнуть, и тут то же самое. Недаремно в розумінні багатьох наших співгромадян ринкові відносини є чимось схожим на відносини покупця і продавця на базарі. Ринок, базар – це ж синоніми. Хоча ринки у нас існували задовго до перших у новітній історії спроб перейти на нову економічну модель. За радянських часів ринок був місцем, де можна було придбати більш якісні, хоча й дорожчі продукти. В першу чергу йдеться про дари ланів, молочну та м'ясну продукцію. Водночас ринок у країні, яка нещадно будувала комунізм, був оповитий ореолом певної таємниці та вважався осередком дрібної злочинності. Але, зважаючи на те, що магазини зазвичай були порожні, люди були змушені ходити на ринок. Сьогодні хтось ходить за багаторічною звичкою, комусь просто зручніше, якщо торгують біля дому. А питання законності торгівлі саме тут, екологічної та санітарно-епідеміологічної чистоти продукції, далеко не перше, на що звертає увагу покупець. На вулиці все свіже, все чистеньке. Молоко в магазині 13-15 літра, а на ринку 8-9 можна купити. І все свіже. Ну, а на ринку нас заставляють що? Щоб ми не торгували, бо тут не чисто. Хай нам дадуть будочки, щоб ми торгували в будочках. І не платили 1000 гривень чи 2 в місяць за оренду. А хай нам безплатно селянам дадуть. Ми ж платимо налоги в селі. Ніхто ж не знає цього. В жодному нормативному документі, в жодному законодавчому акті цих служб нема поняття «стихійна торгівля», нема повноважень, які б надавали цим державним контролюючим органам здійснювати контроль за стихійною торгівлею. Ну, як на мою думку, стихійна торгівля – це незаконна торгівля. І законодавчо контролюючого органа нема, який би здійснював контроль. Мусимо, звісно, погодитись. І в супермаркеті можуть підкинути прострочений або неякісний товар. Але купувати м'ясо чи птицю у бабуні, котра сидить з цим м'ясом цілий день під сонцем, такий вибір складно пояснити. Останнім часом це такі хвороби у нас виявлялися, як туберкульоз, бруцельоз, фасціальоз, трихінельоз, інвазійні і паразитарні хвороби. Далеко не всі в курсі, хто є головним ворогом підприємця. Якщо підприємець добропорядний, працює офіційно, сплачує податки, основна проблема для нього – колега, котрий адміністративні процедури та принципи соціальної відповідальності ігнорує. Тим більше, якщо торгує на вулиці тим самим товаром, що й добропорядний підприємець поруч в магазині. До кого простіше підійти покупцю? Такий торговець може навіть ціну знизити. Все одно буде з прибутком. І йдеться не про пенсіонерку, яка виростила на своєму городі картопельку і сподівається трохи заробити на цукерки для онучки. Йдеться про тих, хто збирає гроші зі стихійних торговців і кришує їх від можливих наїздів санепідконтролю, поліції та інших структур. Мабуть, не треба доводити, що неузгоджений торговець і 5 хвилин не простоїть.
проблеми ринків, санітарні умови, свавілля власників цих підприємств торгівлі у встановленні розмірів орендної плати – ці питання на слуху. Про це знають представники влади, але зазвичай констатують відсутність реальних важелів для впливу на ситуацію. Зустрічався я з усіма директорами. И говорил им о том, что ребята, сделайте меньше в бизнесе. Они говорят, так электроэнергия повысилась, там все повысилось, ничего не можно сделать дешевле. Вы, наверное, поняли, с кем я разговаривал. Вот. Поэтому все повысилось, ничего делать меньше нельзя. И как я могу на него повлиять? Что я могу сделать? Начну давить через другие способы, потому что рынки стоят на коммуникациях. Как получали они вот это вот разрешение на установку данных тымчасовых конструкций. И сразу скажу, что делает Сенкевич? Давит на бизнес. Хотя реально привожу к законному, виду. Можу додати, що на таких зустрічах міський голова констатував, як ймовірно головну проблему миколаївських підприємців – відсутність сталої культури стосунків між представниками бізнесу, в тому числі торговельного. Це проявляється, зокрема, у появі 3 аптек чи гастрономів на одному кварталі. Тому, мовляв, необхідно домовлятися. Отже, це про проблеми ринків взагалі, хоча і там торкнулося тих конкретних речей, про які ми сьогодні будемо говорити. А про більш конкретне ми поговоримо вже буквально за кілька хвилин, після того, як подивимося візитівки, які приготувала наша моя співведуча Віолетта Рутюнян для наших гостей. І, власне, вона наших гостей і представить. Будь ласка. Вітаю вас, шановні миколаївці. Сьогодні у нас тема не менш цікава, ніж всі інші, тож ми чекаємо на ваші коментарі, слідкуйте за подіями та пишіть нам на Фейсбук та телефонуйте. І тож, хто сьогодні у нас в гостях? Юрій Степанець, заступник миколаївського міського голови. Будь ласка, візитівку. Юрій Степанець отримав військову освіту, офіцер морської піхоти. Через скорочення Збройних сил був змушений освоїти спеціальність податківця. Очолював податкову інспекцію Заводського району. З початком бойових дій на сході України пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Командував вогнеметним взводом, був заступником командира батареї аеромобільної бригади. Після демобілізації обійняв посаду заступника міського голови. Чесний, прямий. Бойовий офіцер, який не зраджує своїм принципам і в цивільному житті. Олена Герасимчук, президент Федерації асоціації малого та середнього бізнесу. Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації, президент Федерації асоціації малого та середнього бізнесу. Активний громадський діяч в сфері захисту прав та інтересів підприємництва. Для миколаївців відомо як організатор масового податкового майдану 2010 року. Ініціатор та автор багатьох діючих норм податкового кодексу в частині спрощеної системи оподаткування. Марія Шувалова, приватний підприємець, будь ласка, візитівку. Марія Шувалова – приватний підприємець. У 1989 році закінчила професіональне технічне училище за спеціальністю кондитер. У 2005 році здобула вищу освіту у Южнослов'янському інституті за спеціальністю менеджмент організації підприємств. З 1994 року приватний підприємець на ринку Юліана Сервіс. Та ми чекаємо ще на одного гостя. Аладдін Магирамов, директор фірми «Юліан Сервіс». Будь ласка, візитівку. Аладдін Магирамов – голова Азербайджанської громади Миколаївської області, директор приватного підприємства «Юліана Сервіс», до складу якого входять продуктові ринки на вулицях Південна та Третя Слобідська. А
Отже, не випадково ми нагадали про те, що запрошували пана Магірамова до студії, бо привідом для цієї сьогоднішньої програми став конфлікт на ринку Юліана. Ми запрошували Аладдіна Айдіновича до студії декілька разів, він навіть обіцяв приїхати, втім не сталося. Можливо, ще доїде, казав, що далеко не встигає, хоча, зрештою, декілька днів тому вже погодився взяти участь у програмі. Ну, якщо раптом доїде, то бачите, крісло його на нього чекає, навіть помітили, щоб ніхто інший не зайняв. Отже, зараз за традицією я пропоную нашим гостям по хвилині для того, щоб сформулювати головні тези, які вони вважають за необхідне обговорити на початку програми. По хвилині, будь ласка, ви побачите тут на екранах зворотній відлік. А потім ми подивимося ще один сюжет про те, в чому ж насправді полягає сутність цього конфлікту на ринку Юліана. І чому ми зібралися тут для того, щоб про нього поговорити, чому він такий важливий. Будь ласка, Юрій Борисович, з вас почнемо. Добрий вечір. Ну, звісно, проблема ринків у нас везде в місті Ніколаєві, не тільки стосується Юліана Сервіс. К сожалению, да, в своє время ці ринки ставили, где попало. Непонятним образом оформлялись документи на право недвижимості на цих ринках. Там. І от сьогодні ми маємо те, що маємо. Есть вроде бы собственники рынков, которые качают там, свои условия, свои права предпринимателям. И ряд условий, которые выдвигают директора рынков работникам на своих рынках, не устраивает самих предпринимателей. Поэтому, думаю, тема будет интересна и есть о чем поговорить. Дякую вам, Ирина, будь ласка. Якщо сказати, моя думка щодо ринків, проблема ринків існує вже більше 20 років, я вважаю, з того періоду, як вони були започатковані. Період їх започаткування влада не відпрацювала законодавство так, що не дати можливості складенню той ситуації, яка на сьогодні там є. А ситуація складна в тому, що це, я вважаю, єдина територія, де так масово порушуються права людини. Там нема поваги ні до людини, ні до бізнесмена, ні до покупця. Це закрита територія певними людьми, які певного часу отримали територію в управління. Але вони не були попереджені те, що це територія, яка належить громаді міста, і там має бути такі створені умови, щоб людям було комфортно працювати, людям було комфортно купувати товари. Тому що маємо, то маємо. Причина, вважаю, єдина – це небажання влади наводити там порядок. Дякую. Ну, для того тут представники влади є, щоб дізнатися, чи бажають вони щось змінювати, чи ні. На жаль, не встиг до нас приєднатися Федір Панченко, депутат міської ради і юрист. Втім, є Андрій Єрмолаєв, радник міського голови. Є дякувати. Дякуємо Юрію Борисовичу, що він прийшов. Він завжди відгукується на наші запрошення. Я впевнений, що він дуже багато, як завжди, конкретного і дієвого скаже сьогодні з цього приводу також. І, зрештою, ви також, шановні глядачі, можете доєднатися до нашої дискусії, як через інтернет, через Фейсбук, так і за телефонами прямого зв'язку 76-92-42, які, так, 76-92-42, нічого не змінилося, які з'являться трохи згодом, ви зможете зателефонувати просто в студію. Будь ласка, ще вам хвилина для вашого виступу. Спасибо, здравствуйте. Я би хотіла, щоб ви показали першу фотографію, яку я передала оператору. Есть такая возможность? Вот. Вот у нас представитель нашего рынка. Мы бы хотели знать, кто это, что это, как это. А вот, пожалуйста, если можно. Вот жалко, что нет Аладдина Айдиновича, который бы, наверное, тоже узнал, кто это. Это не клоун. Это не ученик театрального училища. Покажите, пожалуйста, вторую фотографию. Это предприниматель рынка Юлиан, которого довели вот до такого состояния. Мне просто больше нечего сказать. Хорошо, спасибо. Я должен сказать, что это достаточно яркий пиар-ход. Я думаю, что, может быть, это единственный из предпринимателей рынка Юлиана, которого таки действительно заметили. Пожалуйста. Предприниматель. И я хочу, чтобы обратили внимание, у этого предпринимателя, еще с 88 года, можно послушать, пожалуйста, с 88 года предприниматель начал заниматься торговлей хлебом. В 90-х годах человек построил пекарню. В 2003 году у него забрали пекарню.
Он, имея пекарню, открыл точки у основания, еще рынка не было, он торговал с машиной на Дзержинского. Потом, когда открыли рынок, у него был магазин на рынке, которым торговал хлебом. У него забрали теперь и этот магазин. И теперь сегодня человек в виде клоуна ходит по рынку и предлагает, там написано, хлеб в овощном ряду. Это результаты работы нашей власти. Хорошо, спасибо. Я думаю, что, наверное, все-таки не совсем к власти вопросы. И вот Алексей Кочубей, который юрист, и наверняка как юрист может прокомментировать ситуацию. Вот, Алексей Вячеславович, где отношение власти с рынками, с хозяевами рынков? Ну вот Александр Федорович иронично процитировал одного из хозяев рынка, я думаю, достаточно узнаваемо, да? Нету, как бы, оказывается, у нас метода против Кости Сапрыкина. С другой стороны, есть предприниматели, есть целый профсоюз предпринимателей. И, кстати, тоже вопрос, а если профсоюз ничего не может сделать, если предприниматели, не объединенные в профсоюз, бессильны, то вообще какие, в принципе, есть методы и способы воздействия? Пожалуйста. Добрый вечер. С одной стороны, власть действительно вроде бы как к тем проблемам, которыми переживают предприниматели, вроде бы как к ним отношения не имеют. Потому что люди, которые торгуют на рынках, я имею в виду именно тех людей, которые присутствуют сегодня в студии. То есть это не люди, которые продают просто свою выращенную картошку. Да? То есть это люди, которые имеют там постоянно действующие торговые места, которые, насколько я знаю, с владельцем, ну, конкретного рынка в свое время вступали в некие финансовые взаимоотношения по поводу финансирования постройки киосков, и которые в этом смысле, ну, являются какой-то вот, ну, особой категорией предпринимателей в привязке к рынку. Так вот, я уже сказал, что вроде бы как власть ни при чем, городская власть, к тем проблемам или к тем взаимоотношениям, которые складываются между владельцем рынка и между этими предпринимателями. Потому что это отношение двух субъектов хозяйственной деятельности, данные урегулированием или решением их конфликтов у нас, да, собственно говоря, не только у нас, а вообще как бы в мире, занимается суд. Однако, наблюдая за вот развитием конфликтов или вообще проблем с рынками у нас в городе, я не могу не сказать о том, что эти предприниматели, которых я вроде бы как с одной стороны только что отправил в суд, являются еще и гражданами Украины, являются жителями области и конкретно города Николаева, они являются избирателями. То есть это люди, которые в свое время выбирали в том числе и городскую власть. Соответственно, городская власть уже в силу того, что своих функций и в силу того, что она была избрана этими людьми, не может не задумываться о проблемах в данном случае именно предпринимателей. А рычаги определенные у власти все-таки существуют, потому что тот же по поводу функционирования рынка существуют правила торговли на рынке города Николаева, утвержденные городским советом. То есть рынок – это не просто образование, которое по желанию некого крупного бизнесмена распахнуло свои крылья в каком-нибудь удобном или понравившемся ему месте города Николаева. Это структура, которая была создана и которая функционирует с разрешения городской власти. И поэтому не говорить, забывать о том, что у власти определенные рычаги есть, и власть может эти рычаги давления включать, по отношению к владельцам рынка, ну, наверное, было бы неправильно. Включать такие рычаги и защищать интересы людей, которые на этих рынках работают, и чьи интересы, наверное, достаточно очевидно, все-таки нарушаются. Спасибо большое. Еще одна реплика Александру Чхайло, и посмотрим сюжет о сути этого конфликта. И потом, я думаю, Юрий Борисович будет что прокомментировать. Хотелось бы, как юрист, добавить коллегу, да, что действительно эти рычаги у власти есть, а именно, если брать повноваження виконавчих органів селищних міських рад, то до їхніх повноважень, згідно статті 30 пункту 8, чітко прописано: організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі. Тобто закон говорить о том, що рычаг у власті є.
Вопрос в другом, что власть на это говорит? Почему, вот, почему не получается у вас? Почему вот, не получается исполнять закон? Почему не получается решать те проблемы избирателей, которые выбирают? В чем на самом деле проблема там, где закон пишет, что это должна делать власть? В чем она? Спасибо. Давайте посмотрим все-таки сюжет, который подготовила Виолетта о рынке, о конфликте на рынке Юлиана. И тогда уж точно Юрию Борисовичу будет что ответить, а всем присутствующим что добавить. Давайте посмотрим. Останні декілька років український ринок торгівлі, хоч і непевно, але рухався у бік цивілізації. Мережі супермаркетів розросталися, торгові центри з'являлися, як гриби після дощу, та й звичайні ринки еволюціонували. Замість традиційних наметів, контейнерів і стелажів будували кіоски та невеликі магазинчики. Напевно, якби так продовжувалося і надалі, незабаром базарам залишилося б два варіанти – розвиватися і окультурюватися, продаючи споживачам якісний товар за доступною ціною, з хорошим сервісом, високим рівнем обслуговування, або просто закриватися, не витримуючи конкуренції з більш зручними формами торгівлі. Майже така ситуація склалася на ринку Юліана. 8 вересня 2016 року в Миколаєві підприємці, які працюють на ринку приватного підприємства «Юліана Сервіс» по вулиці Третя Слобідська, зрізали замки з шаф вітрин, які побудував директор підприємства Магерамов Аладдін Айдин Огли, бо вимагав за їх оренду по 10 тисяч гривень в місяць. Близько 20 підприємців після того, як півгодини блокували рух на проспекті Центральний, вимагаючи зустрічі з представниками влади, перемістилися на ринок. Наших точок хлібних, 4 хлібних точок, да, работали, по 5 квадратів. Он нас виселив на 2 тижні, пройшло 1.5 місяця. А що він сказав, чому виселив? Зробити реконструкцію наших... Под предлогом реконструкції? Так, 1.5 місяця. Прошло? Прошло. Он замки повешал. Я говорю, уже закончено, давай... Вы хотели вернуться на свои конечно, места? Конечно, на свои места. Он говорит, 10 тысяч аренды гривен за точку. За павильончик? Да, за павильончик. 10 квадратов в этом павильончике. То есть по 1000 за метр? Да, по 1000 за метр аренда такая у него. Так. Это на хлебе неподъемно. За словами підприємців, ринкові кіоски були побудовані на їх гроші, а директор Юліана Сервіс вимагав з них ще й орендну плату в розмірі 1000 гривень за квадратний метр. Площа таких шаф-вітрин – близько 10 метрів. Платити 10 тисяч гривень на місяць за оренду, за словами підприємців, вони не можуть. Та після таких конфліктів складається враження, що ніхто із контролюючих служб не зацікавлений у вирішенні подібних питань. Тож, чому армія чиновників ніяк не може навести лад на ринках міста? Отже, Юрій Борисович, ще раз дякую, що прийшли до нас, бо не завжди нам доводиться налагодити такий прямий діалог із представниками влади. Втім, ви ніколи не уникаєте гострих питань і саме час вам почати на них відповідати. Будь ласка. Ну, якщо розглядати конкретно... По Магерамову, то конфликт начался еще даже не с этого рынка. Ко мне еще раньше приходили предприниматели с рынка Южный. Такая же самая ситуация, что непомерная аренда, которая постоянно повышается. Прав никаких нет у предпринимателей. И те же разговоры о том, что в свое время когда-то эти предприниматели за свои деньги поставили эти павильончики, эти киоски. Каким-то образом они оказались у Магерамова в частной собственности. И теперь он делает, что хочет. Аналогичная ситуация сейчас на рынке Юлиана Сервис происходит. Ну, если посмотреть в историю, то понятно, что когда-то люди построили эти магазины за свои деньги, вернее, давали эти деньги Магерамову. К сожалению, у людей нет на сегодня на руках документов, что эти деньги непосредственно получал Магерамов и строил на них эти магазины. То есть доказать о том, что павильоны были построены на деньги самих владельцев и предпринимателей, невозможно сегодня. Каким-то образом, чудесным, в 2003 году господин Магерамов на рынке Юлиана Сервис, в частности, оформил недвижимость, право на недвижимость на эти магазины, павильонные киоски. То есть каким образом, тоже непонятно. Если это место выделялось городским советом в аренду под установку временных
Тимчасовый спорт, так называемый, да? То есть никаких капитальных строений там не должно было быть в априори. Данный момент, что происходит на рынке, он продолжает строить павильоны, несмотря на то, что мы обращались в архитектурную инспекцию, в ГАСК, так называемый, чтобы они проверили законность строительства. ГАСК аннулировал декларацию на строительство данных сооружений. Там. Данные сооружения, как мы видим, построены. Что предпринимает власть на данный момент? Естественно, мы не раз собирались и с двумя сторонами, пытались как-то мирно урегулировать данный вопрос путем убеждения Магеррама, чтобы он снизил аренду, это раз. Во-вторых, чтобы он заключил договора официально с предпринимателями, чтобы предприниматели были на руках документы, что они действительно арендуют данное помещение у него на рынке. К сожалению, Магеррама не реагирует на наши просьбы никак. И на последней комиссии депутатской по вопросам торговли и транспорта было принято решение юридическому департаменту подготовить исковые заявления в суд по поводу того, что там незаконно оформлена недвижимость со стороны господина Магеррамова. Вот вкратце на сегодня вот такая ситуация и что происходит на данный момент. То есть понятно. Судебный процесс уже начат, да? Нет. Судебный процесс даже не начат. Даже бумаги листы не получили. Ни от кого. Земля не помнит, что она делала. Такие документы, архитектура не знает, что это вообще от нее хотят. Есть закон, есть государство, есть человек, который просто не выполняет закон, и с ним никто не может. Вы знаете, вот мне, честно говоря, кажется, что вот эти все ситуации, они каждый раз очень наглядно иллюстрируют, что с властью можно делать все, что угодно, за это ничего не будет, а власть не может сделать ничего, и ничего не сделает никогда. Потому что при всех благих намерениях, знаете, я очень люблю вот эту цитату из Оскара Уайльда, что благие намерения – это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета. Так вот, я просто уверен, что каждый раз, когда звучит очередное заявление о том, что вот мы с этим разберемся, я помню гаражи на Первой Слободской, я помню билборды на Площади Победы, я помню Челентано на Третьей Слободской. Все заканчивается тем, что либо, ну, что мы можем делать? Дело в судах, причем самое главное, что быстренько дело передается, как было как раз этими самыми злополучными билбордами, и хоронится в судах. Ну, либо же оказывается, что задним числом оформлены документы, у нас на каждом шагу объявление, узаконивая самострои, решаю вопросы, да, и так далее. Это уже официально совершенно бизнес. Все нормально, то есть сначала построй, а потом скажи власти, ты здесь кто такая. Вот интересно, какие-то есть вообще, ну вот с одной стороны, да, вот сейчас Алексей скажет, юридические способы, а с другой, есть ли воля. Вот еще Андрей Ермолаев сидит, который тоже активно принимает участие вроде бы в борьбе со всевозможными незаконными постройками, но что-то мне подсказывает не очень успешно. Алексей, пожалуйста. Слав, если позволите, я... Не позволю, что... даже настаю. Нет. Я как раз об обратном. Я ту пальму, которую вы мне вручили, переадресую своим коллегам, они присутствуют в зале, а я бы хотел бы сказать пару слов о замечании Юрия Борисовича о том, что документы о финансировании киосков не составлялись, и поэтому у людей отсутствует возможность, любая возможность, каким-либо образом это доказать. Я знаю ситуацию достаточно поверхностно, не имею права утверждать, а поэтому лишь выскажу предположение о том, что ситуация, с моей точки зрения, не настолько безнадежна. Если идти и доказывать факт передачи денег в хозяйственный суд, то там, учитывая, что показания свидетелей не воспринимаются, то есть, а в первую очередь принимаются документальные доказательства, там, наверное, перспектива будет слабенькая. Однако, если привести всю эту историю в рамки гражданского процесса, наличие большого количества людей, которые передавали деньги, то есть не единичный случай, а именно их набор, объединение этих дел в одно дело, с моей точки зрения, имеет достаточно неплохую перспективу. И самым слабым местом в этой судебной перспективе, наверное, будет являться не момент доказывания передачи денег, а вот сроки исковой давности. Рынку гораздо больше 3 лет. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Андрей Ермолаев, пожалуйста. Ну, раз уж меня упомянули, я по всем этим случаям действительно... Как бы у нас в стране есть разделение, да, и есть такой источник власти, как судебная власть. Что касается бигбордов, дело действительно в суде, в Одесском апелляционном. По нему назначена экспертиза, но так как экспертизу, да, там оплачивает
та сторона, которая попросила ее сделать, экспертиза намечена, так как эксперты загружены, на первый квартал 2017 года. То есть, и пока не пройдет экспертиза, естественно, дело дальше не сдвинется. Что касается гаражей, точно так же ГАСКИ манулировал декларацию, они пошли в наш суд, выиграли. Сейчас ГАСК обжалует это в Одесском апелляционном суде. Вот. Слушайте, вот объясните мне, почему власть всегда проигрывает в судах? Угадайте. Нет, я правда не понимаю. Если у вас... Я на самом деле тоже бывал в суде, где бывали очень явно ангажированные судьи. Но в конце концов существовала, допустим, апелляция, где можно было, где отводили дело от судью по процессуальным нарушениям и так далее. То есть, почему? Может быть, власть просто хочет, чтобы ее изнасиловали? Может, власть получает удовольствие от того, что ее публично насилуют? Я не знаю, кто там что получает, но в этих случаях дела еще не проиграны, они в судах. Что касается Почелентана, которая по документам 10 тимчасовых споруд, то... Неоднократно на депутатскую комиссию выносился вопрос отказать, то есть как бы формально у них были сервитуты на вот это вот Челентано, вместо которого тимчасовых споруд построили сооружение. Неоднократно на депутатской комиссии на земельной выносился вопрос отказать в дальнейшем продлении этого сервитута, то есть как бы официальный отказ развязал бы руки власти в этих строениях. Но депутатская комиссия, там естественно есть представители фракции, которые защищают это сооружение, то есть вопрос, решение не было принято. Вот. Фамилию называйте, Андрей. Что? Не свою фамилию, а вот этих депутатов. Ну, я не помню результат голосования, но там как бы... Вы же советник мэра. Ну, я должен помнить все результаты. Чьи? 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 Вот тех депутатов, которые отказывались. Ну, это было... Решили разобрать ситуацию, в чем проблема, понимаете, в корень. Я не просто снова здесь поговорить два часа, и ни с чем. Фамилию назовите, пожалуйста, кстати, мэра. Кто решает? Вам от власти или как? Я не знаю. Нет, ну Андрей, допустим, не власть. Ладно, я думаю, что Юрий Борисович нам больше скажет. Давайте сейчас Андрея Острова послушаем. У меня одна ремарка и один вопрос. Очень здорово только что в студии было отыграно такое, говоря НЛП-шным языком, переопределение. Очень круто прозвучало из уст двух юристов о том, что предприниматели – это избиратели, и власть им что-то обязана. А Магеррамов не избиратель? Это такая маленькая ремарка. Он такие же права имеет, как и предприниматели. И второй вопрос у меня. Есть предприниматели, которые занимаются, согласно закону, насколько я помню, я не юрист, но помню, что предпринимательством занимаются на свой страх и риск. Что-то в этом духе. Юристы там лучше... Нет, лучше. Отлично. Сейчас, давайте. Вы будете не согласны дважды. Да. Даже можно так. У меня второй вопрос. Вот смотрите, как бизнесмен, я отдаю свои деньги за что-то, что-то покупаю. Как я могу их просто кому-то отдать, по честное слово? Вот, ну, как так получилось, что куча денег была отдана вот этому Магеррамову? Я не защищаю его, я просто хочу, ну, вот, реально разобраться. Потому что сейчас, конечно, удобно обвинить, зная о том, что у нас коррупционная насквозь. Судебная система, ну давайте поговорим, давайте тогда выпишем, пропишем в бюджете взятки судьям, и городская власть начнет выигрывать суды. Сейчас. Спасибо. Ну, спасибо. Александр, так вы уже как бы понял, да, комментировали. Пожалуйста, Артем Василенко, и я надеюсь, что наши предприниматели уже подключатся к делу. Напоминаю, что у вас никто не решал права голоса. Пожалуйста, Артем. Ну, вы знаете, вот тут прозвучала история с тем, что рынки строились за средства предпринимателей, а не за средства организатора рыночной торговли, который получал разрешение на организацию рынка. Эта история, опять-таки, не новая. И все рынки, практически большинство, и рынки, которые раньше принадлежали потребкооперации, и часть из них в собственности потребкооперации, большинство торговых мест, кроме тех, которые вот были старые, бетонные, еще построенные во времена там, советской власти, условно говоря, все, что новое построено, строилось по такой схеме. И с этим вопросом предприниматели обращались еще в те годы, то есть еще там, в начале 2000-х. И каждый раз им говорилось: ребята, берите документы, договаривайтесь с организатором рыночной торговли, с тем, у кого вы приобретаете. Вначале это были просто металлические столы с навесами, дальше уже это появились павильоны. Берите документы, то есть вы передаете деньги, они там вам варят все единообразные там, торговые места, изготавливают и прочее. Предприниматели по нескольким причинам. Ну, кто-то от незнания. Мы прекрасно понимаем, что в бизнес пришли люди без специального образования. И, конечно, знаете как, тот, кто по оборотистей, всегда имел возможность обмануть подобных людей.
мы приглашали, ребят, давайте, получайте консультацию, учитесь брать на себя этот риск и его оценивать. Вот то, о чем говорил господин Острый. Поэтому, когда в условиях отсутствия рабочих мест, фактически единым шансом было устроиться на рынке торговать, а чтобы там находиться, необходимо было понести затраты по организации рабочего места, вот в этой безвыходной истории, ну вот люди вот так и поступали. Поэтому сегодня они являются заложниками того, что, во-первых, на тот момент, не зная и находясь в безвыходной ситуации, пошли на вот такие договорные отношения, которые сегодня ничем не подтверждены. Это с одной стороны. С другой стороны, и у власти не так много инструментов, как нам кажется. На момент организации рынка, безусловно, тот, кто говорит, я хочу этот участок земли для организации рыночной торговли, готов выполнить все условия, строить ветлаборатории, значит, заключать договора с предпринимателями, прозрачные и понятные. Но затем проходит время, обратной, как говорится, обратной дороги нет, рынок создан, и взаимоотношения складываются так, как складываются. И выходят вот такие вот конфликтные ситуации. Что касается типовых договоров, которые обязаны заключать договора организаторы рыночной торговли с предпринимателями, которые имеют рабочие места на рынках, то, к сожалению, сегодня это тоже не выполняется. Поэтому это еще один из рычагов, который есть у городской власти. Спасибо. Я обращаю только внимание всех выступающих, что 2 минуты на выступление вам вот специально отчитываются. Старайтесь не притягивать время. Андрей, пожалуйста. Сейчас я всех вижу, все получат слово. Пожалуйста. Я же сказал, как говорится, про сами рынки в бурной дискуссии. Вот. Как бы откуда возникли все вот эти рынки? В 90-е годы у городской власти денег не было, и как бы разрешали эти рынки делать предпринимателям, которые как бы хоть как-то облагораживали этот процесс. Я думаю, сейчас одним из выходов сейчас будет, сейчас вносятся изменения в зонинг, запланировать какие-то площадки, сейчас достаточно у города бюджет, и запланировать несколько коммунальных рынков, в которых и создать это и условия, и лаборатории, и, соответственно, чтобы город на этом не зарабатывал, а именно предоставлял места и под социальные продукты, вот как человек с хлебом там ходил, молоко и так далее. Я думаю, что, во-первых, тогда возникнет конкуренция, и владельцы этих рынков понизят цену. А во-вторых, как бы людям как бы будет где торговать. Вот. И следующий вопрос, сейчас же идет как бы кампания вот по сносу всяких незаконно установленных тимчасовых споруд, и тоже точно так же люди, которые в них торговали, тоже смогли бы переходить на эти коммунальные рынки. Спасибо большое. Дмитрий Талпа, пожалуйста. Конкретно касательно сооружений временных, которые власть сносит сейчас. Вы не идете навстречу к предпринимателям. Мне кажется, надо действовать немного по-другому. Надо дать людям какую-то альтернативу. Дать им возможность вкладывать деньги в наш город, развивать. По тем же временным сооружениям они могут быть красивые. Но вам это невыгодно, прежде всего вам. Утверди стандарты какие-то определенные. Об этом я говорил полгода назад. Мы приносили решения красивые, европейские. Саша, не перебивайте, пожалуйста. Власти это невыгодно. Смотрите, торгаш как был, где он торговал, там он и будет торговать. Снесли киоск. Людям нужно кормить семьи, людям не за что кушать. К сожалению, власть не понимает, что такое нет денег. У них другой подход. Им заносили и заносят. Приходит участковый, дай. Я общаюсь с торговцами, которых Андрей и команда сносят. Люди приходят и плачут, говорят, помогите. Участковые приходят, надо кланяться перед каким-то Андреем Ермолаевым. Это как? Мне не понять этого. Вместо того, чтобы дать людям возможность облагораживать свои торговые помещения, вы их просто сносите, без альтернативы. Люди, все равно торгаш придет на это же место, будет торговать на тряпочке. Но торговать будет именно там, где привык. Так, подождите, я вот сейчас еще не выступал, но человек, пожалуйста. Сейчас, Андрей, секундочку, да. Рычагова Оксана, хочу сказать, по рынкам я очень много сталкивалась, имею очень большой опыт и торговли на рынках, и организовала сама рынок. У нас в городе 30 рынков, и большая часть их полупустая. Я проводила мониторинг по этим всем рынкам. За счет, вы, Дмитрий, хочу с вами не согласиться, потому что у нас очень много рынков пустых, наполовину пустых, 50% свободных мест, не надо организовывать новые рынки. Есть половина рынков пустые, за счет того, что у нас очень много торгуют на тротуарах, и мы на остановках, и мы не можем красиво его облагородить. Давайте все вообще выйдем на тротуары и будем стоять, зато мы красивые все. И люди, горожане, они просто не могут пройти уже.
Я, кстати, хочу напомнить историю, при всей моей симпатии к Дмитрию Талпе, он действительно всегда очень эмоционально украшает наши программы, что все патетики направлены на защиту предпринимателя, Дмитрия хватило ровно до того времени, пока у него напротив его магазина не организовался стихийный рынок толпический. И тогда Дмитрий вызвал полицию. Поэтому как-то вот не уравновешиваются вот эти две ваших позиции, Дима. Организованы депутатами, действующими депутатами от самопомощи с подачи мирского головы. Вы представляете, до какого уровня нужно опуститься, чтобы... Ну что же вы хотите, депутатам городского совета не платят зарплату за их работу. Люди, которых я попросил своих работников, угостите, пожалуйста, мороженым и кофе. Они не хотят пить с моих рук, не хотят кушать с моих рук. Видите, они боятся, что вы назовете их по имени, и потом они к вам привыкнут. 30 секунд реплики Андрею и дальше, пожалуйста. У меня самая короткая реплика, просто Дмитрий не упомянул, что сносятся киоски там, которые стоят вообще без всяких документов. Никто не сносит киоски, которые получили хоть какие-то документы. Это очень, как бы, большая разница. То есть не может в городе быть, чтобы человек захотел, бросил где угодно будку и торгует. Это первое. Ну почему же не хочет? А можно бросить где угодно челентано и торговать? А можно где угодно бросить гаражи и торговать? Нет, вы сравниваете несравнимые вещи. Там то есть проблема в том, что будка стала капитальной сразу. И тогда под нее отведут землю. Правильно? Не совсем. Но там были какие-то договора. Там был сервитут, под гаражи была земля в аренде. Просто я имею в виду, что сейчас убирают сооружения, которых не было вообще никаких документов. Вот. А следуя Дмитрия логике, давайте не запрещать наливайки, где там люди самогоном травятся. Там тоже семьи надо кормить. Но мы так договоримся. Я подозреваю, что вот у тех бандитов, которые взорвали гранату вчера, пытались взорвать гранату на рынке, тоже, наверное, есть семьи, родственники. Их они тоже, вероятно, хотели покормить. Я вижу всех сейчас, секундочку, Лена Андреевна, после Алексея Андрей, пожалуйста. В студии только что достаточно давно прозвучала реплика «А Магеранов что не избиратель?» Очень правильная реплика. Я сожалею, что Магеранов здесь не присутствует. В большинстве своем в студии собрались его противники. Ему предлагали принять участие. Да, все верно. И получается, да, ну, раскладка такая, объективно, что мы все, в общем-то, всей компании будем перемалывать ему косточки. И я бы здесь очень коротко сказал бы в его защиту, как бы такой вот момент. Он устанавливает предпринимателям на рынке арендную плату 10 тысяч гривен в месяц. Говорится о том, что эта арендная плата сумасшедше завышенная. Скажите, Магеранов идиот? То есть он что, предполагает, что эти люди развернутся, побастуют, развернутся и уйдут, а на его место придут или не придут другие? То есть он же бизнесмен, да, с многолетним стажем. Он же должен чем-то руководствоваться, когда определяет эту 10-тысячную оплату за арендное место. Он же должен понимать, что очевидно, люди от него уйдут. А кто сядет на их место? Наверное, он предполагает, что такие желающие есть. Ну вот так. Хорошо, давайте... Уже действительно самое время послушать предпринимателя, а то о них рассуждают люди к предпринимателю, имеющие весьма касательное отношение. Пожалуйста. Да, действительно, у нас такая проблема сложилась. Но я бы хотела с самого начала начать. В 2000 году, когда Магеранову была выделена эта земля, это был другой человек. Это был приятный мужчина, который красиво рассказывать мог, который приглашал, который угощал предпринимателей, который накрывал им столы, делал банкеты. У нас не было таких директоров рынков, работал слаженный коллектив. Но это было. Это пришел 2005 год, 6, 7, 8. В 8 году он захотел перестроить рынок. А вот тут началось самое интересное. Вы выйдете, а потом зайдете. Но заходили люди уже за другие деньги. То есть сначала просто в аренду давался прилавок, там, ну, за небольшие деньги. Вот. Потом эта сумма, сейчас озвучу, от 12,5 до 35 тысяч долларов за одно торговое место. Люди зашли в эти места, зашли в банк, в кредиты, чтобы зайти в эти места, потому что места наработаны 8 лет. 8 лет – это много. Люди дальше хотят работать, люди к ним идут, покупатели. И вот тут у нас вроде бы года на три все успокоилось. Аренда нормальная, нас никто не трогает, все довольны. Ну, единственное, торговля есть, доллар 5, все прекрасно. И тут у нас начинает подниматься аренда. С арендами начинают подниматься аппетиты. Аппетиты растут.
Ну, потом у нас вот с тем, что мы сейчас столкнулись, 15-16 год. У нас опять перестройка, но сейчас хитрая перестройка. Вы выйдете со своих магазинов, я вам перестрою, но зайдете вы только за аренду. Уже покупать ничего не надо. А эта аренда у нас составляет на сегодняшний день уже устаревшие сведения. 15 тысяч гривен за 10 квадратных метров. Это в хлебных рядах. Он с вами выходит на какие-то договорные отношения? Вот договора нет, вы заключаете, нет, или нет, договоров мы не заключаем. Я прошу прощения, хотя бы 30 секунд. Договоров мы не заключаем. Сумма вообще не оговаривается. В банках счета закрываются, в одних открываются, в других. Что предприниматели ни в коем случае не заплатили на счет деньги, и эти деньги нигде не значат. Подождите, Саша, секундочку, Лена Андреевна. Да. Лена Андреевна, вот прежде чем будете отвечать, скажите, вот смотрим мы на всякие буржуйские фильмы, да? И там профсоюзы, да, такая могучая сила, которая, ну, босса профсоюза столько, наверное, надо убить для того, чтобы вот что-то с ней сделать. А во всех остальных случаях они просто перемалывают целые корпорации, когда объединяются и диктуют волю, ну, супер-пупер вот властителям мира. Чего же ваш профсоюз-то до сих пор никак проблемы не решит? А я вам сейчас расскажу, когда вы скажете, что профсоюзы не решают, вы меня немножко обидели. Ну, я хочу вам сказать, в 2011 году, когда вот пошел период перестройки, когда стали нагибать предприниматели, вот тогда на этом рынке образовалась, была создана профсоюзная организация. Марина Шувалова возглавила эту профсоюзную организацию. И вот мы вступили в профсоюз, вступил в переговоры с Магеррамом. Первая была цель – это выполнять положение по торговле на рынках, где четко прописано, что администрация рынка и цивильный кодекс, 793 статья, четко сказано, что администрация рынка должна заключить договора, в котором указать размер арендной платы, стоимость арендной платы, услуги, которые предоставляет, полностью площадь, которую там указать, фамилию и так дальше. И вот когда мы начали в 2011 году работать с Магеррамом, вначале начались мирные переговоры. Профсоюз, организация считает права, мы идем на переговоры. Естественно, что вначале вы сказали, да нет, вы не пойдете. Когда началось повышение цен, объединение людей как раз не дало повысить цены. И те, кто были предприниматели в профсоюзе с 2011 года по 2015 год, мы выдержали все давление администрации рынка и для членов профсоюза. Мы выставили повышение, у нас арендная плата не повысилась вообще, и Магеррамов ничего не мог сделать. Но чего мы не смогли достичь? Мы ходили с договорами, и эти договора мы требовали заключить. И вот здесь мы ходили, к администрации рынка идем, нас не подписывают. Куда мы идем? Мы идем к администрации, мы идем к депутатам, мы идем в городской совет. И городской совет ничего не предпринимал в отношении того, чтобы заставить выполнить норму положения, которое принято тем же самым городским советом. Без договоров мы продолжали работать на этой организации. Что делает Магеррамов? Зная членов профсоюза, их тогда было 20 с чем-то человек. 27 человек. На рынке, 27. А на рынке было больше 100 человек. И мы выяснили, почему профсоюз не идут предприниматели. Потому что объединились легально работающие люди на рынке, предприниматели. Остальная категория торгующих на рынке, большей части это были нелегально работающие. И здесь прошло, знаете, там, где нелегальный бизнес, с администрацией рынка есть сговор. Ну, и если бы, скажем так, все были объединены, мы бы достигли бы того решения, которое мы хотели. Но меньшее количество людей на этом рынке все-таки не смогли побороть то, чтобы на весь рынок заключить договора. Наше требование было, дайте нам расчетный счет для того, чтобы мы оплачивали. Сейчас вот Наталья расскажет, как это проходил процесс. И в отношении профсоюза хочу сказать, вот это единственный минус, который нам не дал возможности победить Магеррамова так, как мы хотели достичь их целей. Противовес, дам вам, назову пример, рынок возле завода «Заря». В 2005 году конфликт с господином Дюминым. И вы знаете, давайте здесь говорить, кому раздавалась земля в 90-х годах под рынка? Это что, прямому пересечному предприемцу? Нет. Или это было особым лицам, особо избранным лицам? Так вот, господин Дюмин, имея всего-навсего 2700 квадратных метров земли возле завода «Заря», он завладел всей территорией. Так вот, когда предприниматель, там было настолько беспредел между предпринимателям, доходило до оскорбления, унижения, пронижения гидности людини.
И мы смогли, потому что из 86 человек, работающих на рынке, предпринимателей, там по несколько киосков имели, 54 были в профсоюзе. И мы с 2 года войны, и мы отстояли то, что этот рынок, мы выделили его от рынка Дюмина и дали им право самостоятельно работать. Предприниматели зарегистрировали свои ООО и требовали, чтобы им отвели землю именно под им создали коммунальный рынок. Они стали там сособственниками с городской властью. Что произошло дальше? Предприниматели... 5 минут назад закончились. Ничего. Еще одна фраза. Ничего. 5 минут. Какие 5 минут? Давайте послушаем зрителя. Нет, подождите. Ну вы же не останавливаетесь. Я так уже как-то и так... Результат. Предприниматели разработали документацию, сделали прекрасный проект цветочного рынка, сделали проект размещения красивой зеленой зоны своего рынка. Что сделала власть? Не дала права им на аренду земли. Они стоят сейчас. Саша, подождите, пожалуйста. У нас зритель ждет уже вот очень долго. А каждый почему-то помнит только о своем праве поговорить. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Юрию Борисовичу, продолжение вот этой темы. Меня интересует такой момент. Сколько же все-таки в городской бюджет поступает, какая сумма средств поступает от этих рынков? Юлиана, Южная там и т.д. и т.п. Это первый вопрос. И второй, действительно, зачем нам такая власть, которая не может решить ни одного вопроса, подобного, я имею в виду. Вот. И не знаю, может быть, если действительно напрямую заключать с предпринимателями договора сервитутов, почему этот договор сервитута на много лет с одним человеком подписан и так далее и тому подобное. Спасибо большое. Спасибо, что дождались. Пожалуйста, Юрий Борисович. Я думаю, что если вам нужно 3 минуты, действительно тут тем много, пожалуйста, давайте мы 3 минуты запустим вам таймер. К сожалению, я не отвечу на все вопросы. Во-первых, я давно уже не работаю в налоговой, потому я не знаю, сколько поступает налогов в этих рынках. Надо будет земельному управлению уточнить там. Но в любом случае налоги платят. Они хотя бы видят той же арендной платы. Потому что если бы не было арендной платы, естественно, не было бы этих рынков. Второе. Почему нельзя давать предпринимателям самим там вставать и давать им сервитут? Никто не говорит о том, что сервитуты запрещены сегодня, либо их не дают. Там есть ряд решений подготовленных управлением земельных ресурсов, там они готовились на исполком, еще не вынесены были, к сожалению, там, где ряду предпринимателей действительно дают сервитуты на право установки тимчасових споруд, еще раз подтвержу, тимчасових, временных сооружений, не капитальных. Под капитальные сооружения у нас предусмотрен только договор аренды, что также рассматривается на сессии. Увидели, что там год почти не рассматривались земельные вопросы. Наконец, на предпоследней сессии были рассмотрены все земельные вопросы, и ряду предпринимателей были продлены договоры аренды, некоторым заключены новые договора аренды. Что касается, почему не всем дают, а даже скажу больше, большинству почему не дают. К сожалению, большинство хочет ставить свои временные торговые сооружения в тех местах, которые запрещены у нас законодательством. У нас есть нормы там градостроительные определенные, которые оговаривают, где можно ставить, где нельзя. Это раз. Второе, у нас, к сожалению, на сегодняшний день еще нет нормальной комплексной схемы, над которой работает управление архитектуры. Сколько она будет работать, к сожалению, тоже я не знаю. И знаю одно, что город поделили на 6 зон. Первая зона — это у нас центральная часть города, магистрали, которая сейчас обрабатывается. И эта комплексная схема даст уже, я так понимаю, нормальную картину, где у нас могут располагаться эти временные сооружения торговые. Я так думаю, что каждому предпринимателю будет эта схема доступна, и каждый будет устанавливать уже свои торговые сооружения в тех зонах, в тех местах, где будет указана комплексная схема. Кроме того, также будут изготовлены у нас архетипы этих сооружений, чтобы не было разнобоя по городу, и также предпринимателям предложат установить уже торговые сооружения по этим архетипам. Это что касается тимчасовых споруд и сервитутов. Спасибо большое. Как у Некрасова, придет ли времечко, приди желанное. Скажите, пожалуйста, когда же это вот самое желанное времечко таки придет в наши Палестины? Я надеюсь, что до конца следующего года там наше управление архитектуры уже родит эту комплексную схему. Почему? Потому что было определено, что до конца следующего года управление архитектуры будет продлевать на те временные сооружения, которые стояли с документами договора аренды и сервитутов, пока не изготовлена комплексная схема. Я надеюсь, что в течение года
следующая эта схема будет все-таки. Спасибо. Сейчас Андрей Остров, Александр Чхайло и Дмитрий Талпа что-то хочет добавить, а потом опять наши гости. Пожалуйста. Я хочу один пример привести. Сейчас отвлечемся от политики, от юридического момента. Вот смотрите, вот мы сейчас все вместе, вот закончится передача, выйдем на улицу, кто выйдет, да, и дойдем до входа в пешеходный переход. Там проедут все или пройдут. И там есть прямо на углу позвонишка, которая днем разрастается в прекрасный овощной рынок в грязи. Вы ее все увидите. Это, наверное, вот к словам о Диме, что надо что-то есть. Ну так давайте ерундой кормить людей. Ну, цензура вырезает некоторые слова. А потом возьмем с вами и спустимся к кинотеатру «Пионер», где вы увидите облагороженную остановку, которая находится, помещение там фастфудом продают, оно очень стильное, очень красивое, аккуратное, все такое. Так вот, его аренда, это вот я вам про 15 тысяч хочу сказать, она дороже, чем 15 тысяч. Я не знаю, сколько там квадратов, я не знаю, как оно там работает, но я знаю, сколько там аренда стоит. Я просто спросил, сколько аренда этого помещения. Человек сделал за свой счет ремонт. А до этого, кто не знает, там был такой продуктовый магазин в стиле забегаловка и наливайка. Это в субаренду сделали. Да, они в субаренду сделали и сделали за свой счет стильный, красивый магазин. Я хочу, чтобы такие были. Он красит город. Дают возможности сделать ремонт за свои деньги. Это вот к вопросу. Это вот к вопросу к тому, что надо на газетке обязательно выйти. И к вопросу, и в защиту вот Андрея Ермолаева. Если нет никакого документа, ни вообще никакого, так что, ну, давайте по беспределу все лепить. Да, есть там с этими, есть у нас законом, который там ограничено демонтаж вот этих, ну, как они там, постоянных конструкций, или как они там называются, ну, этих сооружений, которые там из стекла и металла, да, сделаны. Есть какой-то процесс, он двигается. 25 лет, то есть, одни решалы, крышевалы, ставили все, все подряд, и вот результаты мы сейчас разгребаем, и тоже с вами, что и с рынком, этот беспредел юридически разгребаем. Ну, так давайте сейчас замордуем эту власть, забьем ее ногами, все выскажутся, все подымутся, все будут классными популистами, и в оконцовке опять придут решалы с крышевалами, зачем это делать? Ну, такой, ну все, это такой человек. Спасибо, спасибо. Так, пожалуйста, у нас есть звонок зрителя. Александр Чхайло, давно просившийся, и послушаем сейчас, да, пожалуйста. Вы эти профсоюзы, вот договора выходили там к Магирам, вы хотели, чтобы заключить с ним договора. У меня просто как у юриста возникает вопрос: какой вы для себя видели договор? Между кем и на что? Между Владимиром Магирамом на аренду незаконно установленного архитектурного строения, которое он поставил? Какие именно договора вот вы или заключали? Или, может, надо было как профсоюзу сотрудничать действительно с властями, я не знаю, как вы работали, привлекать сюда правоохранители, органы, закон, суд, то есть привлекать все законы, рычаги для того, чтобы ликвидировать нарушения закона. И попутно власти искать альтернативу, где закон позволяет организацию рынков, где можно людям встать и торговать. Здесь что-то, либо вы не договариваете, как с профсоюзом, и что-то у вас происходит. Мы до конца вообще не можем понять, что там на самом деле происходит с этими рынками. Я вам честно говорю. От власти мы не слышим конкретного, почему не получается. От профсоюза мы слышим, я с вами общался лет, и вы мне сказали, коммунальные рынки не нужны. Сейчас вы говорите, вы где-то там сделали, и он все-таки нужен. Я не могу понять, что это за казуистика. Спасибо. Давайте подождите секундочку. Сейчас послушаем вопрос зрителя. Может быть, он будет перекликаться. Нет, в любом случае, вы сейчас ответили, Андрей. Пожалуйста, слушаем, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У мене таке питання до Степанця. Мені 75 років, я перевожу здачі, мене є дача. Я здачі перевожу літом, осінню фрукти. Живу на площі Побіди. І захожу, там є стихійний риночок, там такий, в сторону ЖД вокзала. Там така аферистка ходить, яка збирає гроші без різних документів, без нічого. Я говорю, я понимаю, что нужно платить за место. Давай мне какой-то документ, какую-то квитанцию, чек или что. Она берет с ведра 10 гривен. Я привезу два ведра сдачи. Она берет 20 гривен из этих два ведра. Я понимаю, что надо платить, но кому платить? Аферистам платить. Спасибо. Я, прежде чем передать слово Юрию Борисовичу, скажу, что как раз вот об этой даме сегодня перед началом программы мы разговаривали, в том числе и с депутатами. Там была замечательная фраза, с ней уже 4 депутата пыталась бороться, это баба лом перекусит. Но я думаю, что боевой офицер Степанец все-таки знает какие-то специальные приемы против баб, которые ломы перекусывают. Юрий Борисович.
К сожалению, наверное, не буду популярным. Я уже раз Хмановскому ответил, не платите, не давайте взятки. Постоянно страдаю за эту фразу. Я хочу ответить, значит, действительно, не надо платить всяким аферистам деньги. Вы не обязаны платить непонятно кому. К сожалению, таких аферистов по городу очень много. Не только на площади Победы, также у нас и на проспекте Героев у нас ходят аферисты, собирают деньги там с киосков, которые не совсем законно, так скажем, стоят. Да? Поэтому платить деньги не надо. Если с вас требуют деньги, вызывайте наряд милиции, пусть наряд милиции разбирается, полиция, прошу прощения, разбирается с этими аферистами. Что касается самой торговли, ну, вы сами только что сказали, что она не совсем законная у вас. Вы стоите в том месте, где торговля запрещена. Мы в свое время обратились к администрациям рынков и города, чтобы именно для такой категории, как вы, для пенсионеров, для дачников, они предоставили места, льготные места на рынках. И практически 80% рынков подтвердило, что они готовы размещать пенсионеров на льготных условиях, 50% скидки они будут давать вам за место. Поэтому можете на любой рынок ехать, практически 80% рынка дало согласие. Поэтому на любой рынок приезжайте, вам за половину дадут место и продавайте груши. Это место будет стоить 5 гривен, а не 20, как вы платите там, за 2 ведра. Спасибо большое, Игорь Борисович. Лампочка у нас горит, это потому что еще и звонок, или... Ее уже погасили, да, просто режиссер забыл погасить. Тогда прошу режиссера 10 минут не давать звонки в студию, для того, чтобы успели поговорить гости и все, кто еще до сих пор не участвовал. Пожалуйста, по 2 минуты у вас, милые дамы, приступайте. Уважаемый Александр, по отношению того, что вы сказали, давайте вспомним год назад, когда мы вместе с вами встречались в кабинете Юрия Борисовича. Да, так вот, я хочу вам сказать в отношении договоров. Договора, когда нам Магеррамов отказался их подписывать, и мы устояли, то, что мы не дали возможность повышения цен, мы, предприниматели, я там не торгуюсь, вы знаете, я ни на одном рынке не имею торговых точек, предпринимателям не позволили, чтобы он повысил аренду торгового места. Мы заставляли его выдать торговые чеки за то, что они оплачивают аренду. Мы требовали того, чтобы был в договоре обязательном порядке включен расчетный счет, куда они могли бы по безналичному расчету оплачивать. Когда Магеррамов не пошел на переговоры, про переговоры шли длительный период времени и доходило до очень острых моментов, вот тогда мы пошли второй шаг, мы пошли к власти. Год прошел, власть что-нибудь сдвинулась с места? Ничего. Потом мы пошли готовиться к судам. А когда мы уже пошли готовиться к судам, там возникла очень интересная информация, когда мы начали поднимать документы архивные, и когда было установлено, а договора заключали, требование было наше заключение, потому что Юлиана имеет право собственности на нерухомое майно, это комплексный майновый комплекс. И как раз он обязан был заключать договор. Но когда уже начали мы подниматься, он отказался, мы начали идти к суду, мы уже выяснили о том, что там незаконно право собственности установлено, и там целая цепочка потянула подготовки документов для того, чтобы передать дело в суды и заставить власть, его заставить, чтобы он оформил документы. В этот период времени мы опять идем к власти, и мы требуем, конфликт там разгорелся, там уже межнациональный конфликт. И Юрий Борисович, мы говорили, по-моему, приходила в кабинет и говорила, что там уже пистолетами друг друга перед лицом мотыляют. И мы говорили, что это закончится тем, что если дальше Магеррамов не успокоится, то потом население города Николаева может, да, чтобы не было так, что граждане Азербайджана покинули потом город Николаев, как ромы покинули в Одесской области, если вы знаете. Об этом переговоры тоже шли. На сегодняшний день, что мы имеем? Депутатскую комиссию мы прошли, когда депутаты говорили, первый этап, это то, что идут переговоры, и мэр выступил, сказал, переговоры проведите в 10-дневный термин, договоритесь, не договорились, и тогда на депутатской комиссии сказали, план Б, начинаем полностью делать инвентаризацию всего незаконного, что происходит там на этом рынке. Проходит 2 недели, мы приходим на депутатскую комиссию, и наше разочарование. Когда депутатский корпус, депутаты комиссии по предпринимательству, они говорят, извините, это не в нашей компетенции, мы ничего сделать не можем. Что случилось за 2 недели? Что произошло? Почему власть так резко дала тормоза назад? Вот а вы говорите, что профсоюз ничего не сделал. Мы тут приглашали... Профсоюз очень много делает.
Мы тут приглашали Владимира Викторовича Евтушенко. Господин Евтушенко возглавляет комиссию. Господин Исаков, он предпочел не прийти на программу сегодня, хотя его приглашали. Вы скажете, что мы ничего не делаем, там как раз профсоюз и поднимает этот вопрос. Единственная организация, которая сегодня готова объединить людей для решения, это профсоюз. Лена Андреевна, прежде чем передать слово вашей соседке, гости, я хочу сказать, сейчас, секунду, Алексей, я вижу. Минуту сейчас дам для реплики. Я хочу сказать, что, опять-таки, ну, мы же откуда-то про этих самых, про союзных деятелей знаем. Всякие фильмы смотрели, там, Раферти, да, там, и так далее. И вот там вот очень интересно, да, объединяется профсоюз, например, водителей. И не член профсоюза не может ничего сделать. Не может перевозить вот там, где работает представитель профсоюза и так далее. Вы говорите, у вас было 27 человек, и сколько там было, там человек 50 было незаконных предпринимателей. Я разговаривал с одним из руководителей одной из инспекций. Она говорит, да, мы не можем напрямую действительно выходить с проверками, но если у нас есть заявление, по заявлению мы приходить можем. Кто же вам мешал, скажите, пожалуйста, на всех тех незаконных торговцев написать заявление? И очень быстро бы все закончилось. И не надо было бы вам никаких криминальных разборок в стиле семьи этих мусорщиков клана Сопрано. Вы бы все сделали спокойно через фискальные органы. Но вместо этого вы сейчас жалуетесь, разводите руками. Мы ходили, а нас не услышали. Интересно, скажите, пожалуйста, а зачем нужен профсоюз, которого не слышат? Сделайте так, чтобы вас услышали. Давайте послушаем все-таки, если вам есть что ответить, пожалуйста, вас и потом вас. Я хочу вам сказать, я не жалуюсь, я рассказываю о своей работе, которая сделана была на этом рынке. А во-вторых, вы говорите, что нужно написать жалобу для того, чтобы пришли фискальные службы. У нас стоит вопрос о заключении договоров, а не о проверке собственника этого рынка на оплату налогов. Я вам должен напомнить, что Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Очень действенный способ. Алексей, пожалуйста. Я после вашего предыдущего спича хотел задать вопрос, а почему вы не пошли в суд, например, заключение договоров? А дальше вы дали свое пояснение. Мы не пошли, потому что там самозастрой там и так далее. Начали готовить документы, пошел процесс заключения. Я понял, вы не пошли, потому что там самоволки, поэтому оказалось все сложнее. Вы знаете, в правилах торговли на рынках города Николаева, о которых я уже вспоминал, которые утверждены горсоветом и которые основаны на типовых правилах, утвержденных тремя министерствами, четко сказано, что рынок с торговцами, которые осуществляют долгую торговлю, ну то есть не разовую, да, то есть вот длительное время торгуют на рынке, в обязательном порядке заключают договор. Точка. Все. Вот без привязки к тому, что в законном сооружении осуществляют, не в законном, в любом, тот, кто постоянно торгует на рынке, с ним рынок обязан заключить договор. Поход в ваш суд, с моей точки зрения, однозначно предполагал выигрыш. И этим выигрышем было бы обязать владельца рынка заключить договор с такими-то предпринимателями. Вот, по-моему, эта тема просто однозначная. Спасибо, Мария Николаевна. Лена Андреевна, ну хорошо, давайте вы, еще 2 минуты вы, Мария Николаевна, и потом опять наши эксперты. Пожалуйста, подключены все службы на сегодняшний день. Вы послушайте сейчас предпринимателей, уголовные дела уже заведены. Мы говорим, мы готовим материалы в суд. А хоть один заход в суд у вас был? Вы сказали, что вы ходили к депутатам горсовета. Сейчас вы говорите по поводу уголовного дела. Почему вы не в суде до сих пор с вашими 25 легальными предпринимателями? Еще раз говорю, готовятся пожалуйста. Документы. Послушайте предпринимателей. Пожалуйста, пожалуйста. Уголовное дело ищет. Ищем. Мы ходим, предприниматели ищем. Где же уголовное дело? Прокуратура говорит в Центральном РУВД. Центральный РУВД говорит в прокуратуре. Да при чем тут уголовные дела? Так, там никто при чем, не делает. Я уже так скажу, при чем тут суды категорически? При чем тут депутаты? При чем уголовные дела? Юридический, конкретный юридический спор присутствует. Обязан заключить договор, отказывается. Почему вы столько лет до сих пор не зашли в суд? С кем заключать? Расскажите мне. У него все документы поддельные. У него только аренда земли. Он владелец рынка. Не владелец рынка. Он в аренде. У него земля наша государственная. Сейчас под словом «он» мы говорим вообще о предприятии «Юлиана Сервис». «Юлиана Сервис» владелец рынка. Рынок обязан заключить договор с торгующим лицом. Хорошо, секундочку. Вот Алексей Кочубей говорит о том, что это юридическое лицо, с которым... которая существует в каком-никаком правовом поле. Вот, Юрий Борисович, несите, пожалуйста, вот ясность, то, о чем сейчас спорят наши два эксперта. Ну, я в начале передачи сказал, да, что непонятным образом господин Магеррамов зарегистрировал недвижимость там.
То есть он владелец недвижимости торгового комплекса «Юлиана Сервис». На временное сооружение. Это раз. Да, хотя, ну, хотя земля выделялась под временное сооружение, там было построено капитальное строение, и было зарегистрировано право на нерухомость. То есть Магеррамов на сегодняшний день является владельцем недвижимости. Это вы сейчас не апеллируете? Нет, нет, я просто объясняю, спрашивают, на каком основании он там находится. Это та часть, так скажем, старая часть, да, комплекса. Есть часть, которая ближе к улице Чкалова, которую он сейчас активно там застроил. Там да, договор аренды на землю. И также она была выделена под размещение временных сооружений. Там, где он построил капитальное сооружение, как я уже сказал, ГАЗ аннулировал декларацию на начало строительства. И, насколько я знаю, сейчас это находится дело в суде. Спасибо. Пожалуйста, давайте все-таки послушаем Марию Николаевну, а то за вами она точно не успеет. По поводу ГАЗ. Дело в суде не находится. А, это по містобудівним умовам дело в суде находится. А по поводу отмены декларации, вообще о них ничего нигде не значится. Две декларации. Одна о начале строительства, вторая о окончании появляется на... сайт правильно называется. В течение 3 дня мы начали строительство и закончили. Это как? У нас все волшебным образом. Волшебным образом свидетельство на право собственности. Волшебным образом у нас договора не заключаются. У нас есть адрес, куда письма не доходят. Договора он в руки брать не хочет категорически. Счета у нас меняются. Мы делаем, что хотим. А мы просто заложники этой ситуации, которые дали деньги, построили за наши деньги рынок. А теперь... Ну, как в феодальном строе. Мы его крепостные. Спасибо. Хочу. Сейчас, секунду, Елена Андреевна. Все-таки, выгоняю. Я думаю, что весомо будет слово Юрия Борисовича, а потом Виолетта Вагиняна, Дмитрий Тал, пожалуйста. Слушал. Как вы знаете, я там год нахожусь в этой структуре власти, и я слышал, что конфликт начал с 2011 года возникать. Так у меня тоже вопрос. Депутаты продлевали им аренду на землю. Ну, почему тогда вы не пришли на депутатскую комиссию, не подняли вопрос, не продлевайте ему аренду земли, пока он с нами не заключит договора? Поднимали. Но депутаты голосовали. И еще, у нас есть человек, которому сегодня власть просто все дарит. Он все, что он повелитель сегодня. Он что хочет, для него власть это дает. Предприниматели не слышат. Теперь в отношении того, что говорите, вот мы готовили. Вот нас, понимаете, сегодня сейчас в формате здесь студии все не расскажешь, всю цепочку наших хождений. У нас уже вот такие тома документов. Так вот для того, чтобы подать позов, вы понимаете, что у предприятия есть юридический адрес, на который посылается, да, позовная заява. Так вот у господина, извините, у Юлиана Сервиса, адресу, по которому зарегистрирован, там этого предприятия нет. И сегодня подали все документы, куда в розыск предприятия, где оно находится. Не, ну и что? Хочешь сказать, как вы не хочешь? Обратитесь в юрист. Ну, то есть у меня такое впечатление, что вы совершаете телодвижение, исходя из того, что, ну, вот вам представляется, что так нужно, вы находите оправдание своим неудачам, и эти оправдания, с вашей точки зрения, лежат в правовой плоскости, а на самом деле, уверяю вас, даже близко в ней не находятся. Вот тот пример, который вы сказали, что не находится по поводу по своему адресу, ну вы знаете, это детский сад. Детский сад просто. Спасибо. Пожалуйста, Виолетта и Дмитрий давно просят. Сейчас опять всем слово дам, не волнуйтесь, выскажитесь, пожалуйста. Я трошки відхилюсь від теми, про яку ми зараз говоримо. Хочу повернутися до Оксани Речагової, яка на початку програми сказала, що в нас 30 ринків в Миколаєві, і вони пусті, тому що люди не йдуть. Як ви думаєте, основні причини, чому люди не орендують на ринках місце? Причины таковы, что стихийно они торгуют и ни за что не платят. Во-первых, они не оформлены, это 100%, не платят налоги, не платят пенсионный фонд, это уже они экономят. Они демпингуют ценами торгующих, которые стоят в рынке. Плюс они не платят же ни за аренду, ни за услуги, ни за что вообще они не платят. Где-то кому-то там платят какие-то мизерные копейки, вот и все. Поэтому нужно бороться со стихийной торговлей. У нас корабельный район очень проблемный. Вокруг там 4 рынка находятся, и все эти рынки просто заставлены, ну, стихийными торгующими. Вот. И корабельные рынки очень страдают.
Хорошо, спасибо. Одну секундочку ще. Звичайно, їм легше торгувати на тротуарі, аніж перше, платити такі суми на оренду. Це не лише Юліан Сервіс, орендна плата висока, це і інші ринки. І друге питання. Щоб започаткувати підприємство, потрібно дуже багато документів. Ну, я стикалася з тим, що треба було... Чтобы стать предпринимателем, частным предпринимателем, никаких документов не надо. Паспорт, копия в администрацию, и там сразу тут же вам открывают предпринимательство. Все, в налоговую стали на учет, пенсионный фонд на учет, все. Добре, зараз у нас... Сьогодні у нас в гостях Дмитро Талпа, який добропорядний платник податків. Ось він вам розповість, чому зараз йому заважають вести бізнес. В моєму випадку у мене був конфлікт з мером. Я вже розказував не раз. І зараз кожен чиновник вважає довгом вислужитися, не дати документи на мою фамілію. Касательно можу сказати... Про Елену Андреевну. Елена Андреевна, вот слушал вас внимательно. Присутствовал на многих ваших мероприятиях, которые вы организовывали. У меня такое ощущение, что вы делаете только тогда, когда можно пропиариться. Без обид. Зачем все это? Подсказывают юристы, как можно поступить. Также вчера было мероприятие с рекламщиками. Я так понимаю, вы тоже были соорганизаторами. Вы устраиваете между собойчики. Вы зовете всех рекламщиков в лице одного человека, а остальные... Вчера вообще не знаю. Вы не участвовали, тогда извиняюсь. За вчерашний день извиняюсь. За все остальное. Окей. За вчерашний день принимаю. Беру свои слова назад. Но касательно того, что вы приходите попиариться, если нет возможности пиариться, то можно не делать. Это не совсем правильно, мне так кажется. Это мое мнение. Скажите, пожалуйста, а что значит попиариться? Окей. Я к вам, вы говорите, мы профсоюз, мы можем вам помочь. Я к вам прихожу с просьбой о помощи. Вы разводите руками. Смысл к вам идти? Смысл люди тратят время с вами? Смысл в этом? Талпа, вы здесь очень говорите неправду. Вы что? Ко мне пришли в офис единственный раз только для того, чтобы подать заявление о участии в создании межотраслевого совета. Больше я вас не видела. Там мы на какие темы разговаривали? А то, что по земле, вас вопрос земельный, у нас сегодня работает Саша, рабочая группа по этому вопросу. Подойдите, у нас будет круглый стол 23-го, по-моему. Ну, скоро будем подводить итоги, я не помню, там рабочая группа назначает день, когда будут всех приглашать и обсуждать ситуацию, касающуюся земельных вопросов, и тимчасовых споруд, и станционарных, и надходжения до бюджету. Это у нас будет в конце ноября. Поэтому, еще раз, вы ко мне ни разу не приходили за помощью. Приходил. Елена Андреевна, я был, помимо того, что приходил за помощью, я был у вас на ваших мероприятиях 3 раза подряд, чтобы вы только организовались. Вы потратили порядка 9 часов суммарного времени и ничего не организовали. Хорошо, Дмитрий, спасибо большое, но все-таки давайте мы вернемся от ваших личных взаимоотношений с Еленой Андреевной в плоскость разговора о рынках. Я думаю, что все уже все поняли. Пожалуйста, Игорь Пох. Рынки, да? Рынки, стихийная торговля. Очень, очень любопытная, интересная тема, вечно будоражащая нас уже 20, больше 20 лет, наши умы. Конфликты бесконечные и так далее, и так далее. Но я хочу немножко о другом сказать. Вот смотрите, древняя как мир аксиома, где нужно прокладывать пешеходные дорожки. Вот где? Там, где люди ходят. Да? Вот там, где ходят, там, где им удобно. Рынки у нас, вот новые рынки, вот сколько у нас их? 30, да? Так вот я убежден, что большинство из этих рынков созданы на очень неудобных местах. И только поэтому они пустуют, наполовину пустые. А не потому, что там непомерные там поборы какие-то или сборы. Юрий Борисович сказал, что вот, например, по льготным категориям это будет там условных там 5 гривен, да? Ну, может быть, там 6, ну, неважно. Ну, 5 гривен возьмем. А не льготным, значит, 10 гривен. Так что эти 10 гривен за место для торговли там яблочками, там картошкой там и так далее, они что, повлияют на цены? На общие цены, то есть эти люди, что будут сбивать цены как бы вот этому вот бизнесу великому, который платит по 15 тысяч гривен. Понимаете, какая? То есть мы сами себя загоняем в какой-то когнитивный диссонанс, мы не можем понять. С одной стороны, стихийная торговля – это плохо, а почему плохо? Значит, предприниматели говорят, а плохо это потому, что они нам цены сбивают, потому что это нехорошая конкуренция, да? Недобросовестная конкуренция. С другой стороны, они, значит, не платят налоги. Какие налоги?
какие налоги они могут платить с ведра картошки условных? Ну какие налоги? А если мы хотим, чтобы они платили условных вот этих 5 гривен, то значит нужно это все узаконить. Я хочу вернуться к обсуждаемому недавно так называемому рынку или так называемой ярмарке на улице Колодезной. Она обсуждается не первый год. Там постоянно пытались то разогнать, то не разогнать, то вот эта вот чума свиней была, там мясом не разрешали торговать и так далее. Так вот я вам скажу, что вот эта условная ярмарка, она когда-то была законная. Когда она только там начала появляться, ее узаконили. Еще был покойный мэр Владимир Дмитриевич Чайка, который сделал из этой ярмарки настоящую ярмарку. Там были концерты, там приезжали из районов, из машин торговали вот эти вот, я не знаю, как это, хозяйства, да, ну, совхозы, там, колхозы там, когда-то. То есть они этим торговали, плюс торговали люди, которые вот торгуют и сейчас. Потом мы сказали, нет, это что-то там не то, убрали это официальное название ярмарка, и остался стихийный рынок, который по сей день называется ярмаркой. Там люди, естественно, не платят никаких налогов. Но, и я более того скажу, что там процентов 90 обычных перекупщиков. Да? То есть, как бы, я к этому не очень хорошо отношусь, но тем не менее. Так вот, я к чему это все веду. На самом деле, это очень удобное место для торговли. Вот это Колодезная, по Колодезной, да, они собираются по субботам на полдня. Все. Вот весь тот мусор, вся та грязь, которая остается, к вечеру ее уже нет. Каждый человек торгующий платит там нескольким женщинам, это уже давно так заведено, по 5 гривен, вот эти 5 гривен, и они, эти женщины убирают все. На следующее утро там все чисто, идеально. Как и не было никакого рынка. Но тем не менее, на этот рынок приезжают аж с Соляных. Это я точно знаю. И с Матвеевки приезжают. Это удобно. Я не говорю, что там нужно, там, призываю покупать там мясо. Нет, ну, с мясом такое. Но овощи. Ну, если мы не можем, мы, я имею в виду как общину, да, не можем это запретить, потому что люди все равно будут торговать, сколько их там ни гоняют, они будут перемещаться во дворы, там еще в другие места, все равно будут торговать, потому что это удобное место, не только для торговцев, но и для тех, кто покупает. Значит, это нужно каким-то образом попытаться узаконить. Вот, собственно, и все. Спасибо. Сейчас, хорошо, давайте как раз по рынку. Я по поводу Колодезной. Вы знаете, я встречалась с 30 директорами рынков, и вообще рынки не имеют претензий к ярмарке на Колодезной. Я сама там живу, и мне прямо на Колодезной, вот прямо на этом рынке, скажем так, вернее, на этой ярмарке. Вот. И иногда я машиной не могу выехать, да, если я еду на работу. Иногда я по 3-4 часа ищу, кто подпер мою машину, там кто-то торгует. Но я довольна все равно. Бывали моменты очень такие конфликтные, но я все равно довольна, что там ярмарка. Вот. И даже некоторые вот с моего рынка тоже туда приезжают по субботам и торгуют. И я лично, у меня нет претензий, и у других директоров нет претензий. Но мы сейчас о стихийной торговле говорим не о бабушке с ведром, о палатках, о вещевых палатках, которые стоят на тротуарах. И это очень большая проблема. А мой рынок, вы знаете, когда была торговля, 20 палаток стояло. У меня рынок выл. Он весь хотел выйти на это. Вот. Там, где возникают не стихийные рынки, а места удобные для торгующих людей, которые могли бы пополнять бюджет, просто нужно это организовывать власть. Ирина Олеговна, добавьте, пожалуйста, про постановку. Давайте сейчас, а то действительно Ирина Ващур просидит у нас и промолчит всю передачу, потом Андрей Остров, пожалуйста. Мені хотілося б додати стосовно законодавчого врегулювання цього питання. Вже згадувався закон України про органи місцевого самоврядування і про їхні повноваження стосовно організації ринків або місць для торгівлі. Але також є досить таки чудова постанова Кабінету міністрів, яка регулює діяльність саме ярмарок. Тобто, чим відрізняється ярмарок від ринку? Ярмарок – це тимчасове місце торгівлі в певному часі в визначений термін. Тобто, наприклад, на вулиці Колодязній по щосуботи. В принципі, також можна організовувати, не на постійній основі, і ніхто абсолютно не заборонює якось це все більше налагодити
досить, щоб це все було стабільно. Ніхто не заборонює збирати по якихось мінімальних 5 гривень на те ж саме прибирання. Ніхто не заборонює встановлювати переносні лабораторії, тому що досить таки хвилює все ж таки людей проблема питання якості на цій продукції, цієї продукції. Але, відповідно, це також відноситься до компетенції місцевої влади. Поки місцева влада цього не захоче, самі люди цього зробити, на жаль, не зможуть. Спасибо. У нас крупный специалист по местной власти Андрей Острев. Тут мне народ очень активно пишет. Не случайно я, в общем, так внимательно читаю в Фейсбуке. Одни говорят, что балаган, другие говорят, что, наоборот, очень интересно и животрепещущее. Но я полагаю, что даже тем, для кого балаган, будет интересно, если мы действительно придем к каким-то конкретным вещам. Поэтому не иначе, как Юрию Борисовичу, собственно говоря, говорить о конкретике. Давайте сейчас с Андреем перейдем на Юрия Борисовича. Пожалуйста. Смотрите, есть такой момент. Я долгое время жил в Одессе и не совсем недавно живу в Николаеве. Я столкнулся когда-то с рынками. Там было обязательным условием любой аренды под рынок 15% выделения площади рынка под торговлю как раз вот этими товарами, которые привозят люди из сел и так далее, то есть самовыращенные. Предоставлялись места из расчета оплаты местового за день. Это деньги как раз шли, которые на уборку и так далее. То есть реально в Одессе была очень долго такая история. Сейчас не знаю, как последние два года, но была очень долгая история, что часть рынка закрывалась. И открывалась только вот эти суббота-воскресенье, когда приезжали люди из сел. И это все отлично работало и компенсировало вот эти вот все нюансы, которые, если, грубо говоря, сейчас в 30 точках сделать, ну, есть всегда такой баланс между селом и городом, город – деньги, село – продукты и так далее, да. Следующий момент. Вот слушая всех, такой получается такой когнитивный диссонанс, если уже конкретно. Когда нам выгодно, мы по закону, когда нам невыгодно, мы ставим палатки, где хотим. А когда нам еще вдвойне невыгодно, тогда мы разгоняем тот рынок, который поставил палатки, за которые мы ходили под горсовет. Вот такой вот у нас когнитивный диссонанс получается. Так вы давайте, ну вот это, вот как в известной притче, вы либо крестик снимите, либо штаны оденьте. Зачем же тогда, простите, зачем тогда, вот вы говорите, там 27 предпринимателей подписалось, 50 рядом стоят. Почему, вот правильно Ярослав Владимирович заметил, а что вы заявление напишите? Давайте действовать в правом поле. Сейчас вы толпой навалились на Степанца, власть ничего не делает. А Юрий Степанец, у него есть бумажка. И завтра толпа скажет, если Юрий Степанец скажет, хорошо, я сейчас позову свою братву, и там вот это вот вся, ну, братья, которая с ним воевала, придет и разгонит рынок. И потом толпа опять придет под горсовет с криком, нас незаконно защемили. Понимаете, ну давайте как-то, ну вот действительно, мы как-то, либо мы по закону, либо терпите. Привыкли просто так платить наличкой кому-то, бабушкам, которые ходят, собирают дань, Магирамову, который документов не дает. Слушайте. Одеться так и ходить по рынку. Понимаете, в чем дело? Значит, ситуация была загнана в угол. Либо мы выходим в правовое поле, либо мы выливаемся опять в решалово и крышевало. Точка. Спасибо большое. И я надеюсь, что те наши зрители, которых утомил балаган, все-таки сейчас услышат от Юрия Борисовича его спокойной, конструктивной манере те конструктивные решения, которых им явно не хватает. Юрий Борисович, 3 минуты. Спасибо. Ну, я уже по колодезной прокомментирую ситуацию, чтобы все понимали, ярмарка там действует действительно, есть распоряжение городского головы, что там есть эта ярмарка. Да, на время африканской чумы мэр вынес распоряжение ее закрытие. Вы знаете, что я выезжал туда в 5 утра, когда люди перекрыли улицу Дзержинского тогда, сегодня 3-я Слободская, и мы заключили с ними такой договор, негласно, да? Все, кто торгует овощами, фруктами, остаются торговать, все, кто торгует продуктами в виде там, мяса, там, молока, там, рыбы, собираются, уходят на рынки, где есть лаборатории нормальные. Что касается передвижной лаборатории, к сожалению, я не думаю, что это решит вопросы, потому что на встречах с предпринимателями и с руководством рынков был поднят вопрос о непомерных ценах в этих лабораториях. Допустим, там литр молока, чтобы сдать на анализ, надо заплатить 8 гривен. Понимаете? И ведем ли там лабораторию мы, и будет ли выгодно этот литр молока продавать, это, конечно, вопрос. Поэтому на сегодняшний день Николай до сих пор находится в зоне нагляду, так называемой, в зоне наблюдения. Поэтому правила действуют. Мы запрещаем на колодезной продавать свежее мясо, птицу, рыбу. Там работают там, по субботам наши группы комиссионно, там, с сотрудниками Держспоживслужбы и с полицией.
Что касается в целом решения вопроса, почему такая ситуация произошла и как я вижу выход вообще из данной ситуации. Раньше было проще, да, было постановление Кабинета министров, которое ограничивало наценку рынков на свои услуги на уровне 20%. То есть дает рынок место, то есть уровень рентабельности у тебя должен быть 20%, не выше. К сожалению, на сегодняшний день это постановление Кабинета министров отменено, не действует. Сложная экономическая ситуация сегодня, когда в стране, может, действительно необходимо такой шаг предпринимать, ограничивать наценки на рынках, чтобы не было таких непомерных арендных плат в виде как там 10 тысяч там, за 10 квадратных метров. Причем мы провели аналитику, посчитали, что примерно квадратный метр там, на рынке для собственника рынка это обходится от 100 до 200 гривен, смотря там что там, или это просто площадка там с прилавком, либо... И вариант следующий – это заключение договора аренды. К сожалению, у нас такие договоры аренды на сегодняшний день, которые не предусматривают всех тех требований, которые необходимо действительно к рынкам выдвигать. Там. Если мы заключаем договор аренды с рынком, что там будет рынок, то, наверное, надо предусмотреть в этом договоре аренды, что, пожалуйста, ты обязан заключить договор с предпринимателем, если мы тебе под рынок выделяем землю. И, возможно, может даже ограничить уровень рентабельности этого рынка. Да. Вот это, я считаю, выход такой из ситуации. Ирина Борисовна, скажите, пожалуйста. Депутаты на это, я не знаю. Скажите, вот, хорошо, я понимаю так, что мы действительно очень, ну, вы, на самом деле, поверьте, я искренне вам сочувствую, потому что я понимаю, что, ну, уж кто-кто, а вы-то точно многие вещи хотите изменить, но вы действительно заложники вот у этого популистского депутатского корпуса. Поэтому скажите, то, что там дебаты примут, не примут, ну, захотят на самом деле предприниматели, они уже знают, как плакаты рисуют, они знают, у кого их печатать, они придут с этими плакатами, постоят, там поугрожают, покричат, и, может быть, даже окажут воздействие на депутатов, которые будут голосовать. Скажите, когда проект решения будет вынесен в сессионный зал? Вот того, о котором вы говорите. Проект решения? Я думаю, в течение 2 месяцев можно его вынести в сессионный зал. Хорошо. Вы заранее предупредите Дмитрия, чтобы он успел напечатать плакаты, правильно? Елену Андреевну, чтобы она текст подверила там без ошибок, да? И они придут. Я хочу единственное слово сказать, что очень много зависит действительно от активности самих предпринимателей. Если они активно поучаствуют в этом процессе, если они подключатся, надавят на наше управление земельных ресурсов, я думаю, в течение 2 месяцев можно было принять такое решение. Зачем давить? Делайте свою работу. Не надо ни на кого давить. Я работаю в бизнесе, у меня есть работники, я их прошу, сделайте, пожалуйста. А если они не выполняют мою просьбу, я уже задаю вопросы, чего не сделано. И я прошу вас, как гражданин своего города, делайте, пожалуйста, свою работу. Мы не должны на вас давить, и вы не должны на бизнес давить. К сожалению, не все решения, которые делают чиновники, проходят депутатские комиссии. Поэтому здесь помощь ваша нужна будет однозначно. Юрий Борисович, касательно, вот вы говорили по поводу того, что временные сооружения получили предприниматели. Но вы не договорили, что получили пакет там. Получила там вода пакет, да, там на 50 или на 500, я не помню, на какое количество временных сооружений. Подскажите, пожалуйста. Поправьте, у нас пожалуйста. Нет таких временных сооружений на 500. Тимчасовые споруды. Если вы понимаете, о чем я имею в виду чистую воду, то, чтобы вы понимали, по чистой воде у нас из 200 тех сооружений, которые озвучил Эндин, там, порядка половины получили отказы, половина, да, согласовали свои места расположения. Тогда отталкиваясь от ваших слов, то есть 100 получило, а предприниматели, вы говорите, выборочно получают, так выборочно получают приближенные предприниматели. Вы вот... Это неправда, Дмитрий. Это правда. Вы со мной не согласны. А что меняется количество, кому получить, кому не получить? Есть какое-то максимальное количество на год, на месяц? Или можно дать всем желающим? Можно дать всем приближенным, все бизнесы, нормально. Хорошо, подождите, давайте все-таки по очереди. Если прозвучал вопрос, давайте вот Юрий Борисович на него сразу ответит. Тем более, что у вас было несколько вопросов, у Александра тоже. Юрий Борисович, пожалуйста. Значит, я вам скажу честно, у меня приближенных ни одного предпринимателя нет. Поэтому я даже не знаю, о ком вы говорите, кто из приближенных, что там получил. Там. Еще раз хочу сказать, что предприниматели, те, у которых стоят сооружения торговые в местах, где были оформлены раньше документы, им продлевают на год. Но опять же хочу сказать, не всем. Почему? Потому что у некоторых стоят прямо на перекрестках, там они продлевают. Дмитрий, подождите, пожалуйста. Извините. Вот у нас предприниматель, который, в общем-то, даже, я так понял, текст написал. Да, пожалуйста. А, не текст, это вот вещественное доказательство. Я хотел Юрия Борисовича спросить, он как налоговик. Вот пусть он объяснит, что это за бумажки нам выдает на Герамов, на которых написано, мы не платим аренду, услуги торговое место. Оказывается, мы Гераном
нам оказывает какие-то услуги. Я не понимаю, какие. Я уже в таком возрасте, мне его услуги не нужны. А вдруг он их хорошо оставил? Посмотрите, за одну минуту у него выбито по 500 гривен несколько чеков. Но заметьте, что у него чистится, да, кассовый аппарат, но ни одного отчета не было сдано никогда. Хорошо, Юрий Борисович, если вот мы сейчас, вот мы говорили, да, о заявлениях в фискальные органы. Вот если есть, вот, ну, прямой эфир, прозвучало, ну, фактически обвинение. Если оно действительно, вот с вашей точки зрения, как налоговика все-таки в недавнем прошлом, имеет основание, скажите, можно ли вот прямо рассчитывать то, что прямо завтра будет подано заявление от кого бы то ни было, от городской власти, или, кстати, вот, может быть, даже и от вас, Елена Андреевна, или от кого-то из ваших подзащитных, фискальные органы по этому конкретному поводу, и будет ли проконтролирована ситуация, которая то ли разрешится, то ли опять уйдет в песок, и мы тогда об этом расскажем. Прошу прощения. Сейчас, секундочку, Елена. Нет, я хотел вмешаться. Дело в том, что тот ответ, тот вопрос, который вы адресовали Юрию Борисовичу, и на который сейчас он будет стараться отвечать после того, когда ему помахались для какими-то, ну, бумагами, я думаю, что его ответ просто пойдет в другой плоскости. Я-то сижу рядом, то есть я эти бумаги вижу. И, ну, на самом деле, никакого повода для вот какого-то иронии или сарказма, ну, в связи с этими бумагами не наблюдается. Я уже вспоминал сегодня дважды и вспомню третий раз. Есть правила торгового рынка города Николаева. В этих правилах сказано о том, что рынок выдает торгующим на этих рынках чеки. Вот именно чеки мы и видим перед собой. Чеки. То есть Магеррамов, точнее не Магеррамов, а предприятие «Юлиан Сервис» делает действия в рамках этих правил, утвержденных городским советом, выдает чеки. Что касается услуг, о которых сказано в этих чеках, которых ну, якобы не нуждается сидящий рядом с тобой предприниматель, я хочу сказать, что это заблуждение. Рынок оказывает торгующим на ним именно услуги. Он им создает условия для ведения их торговой деятельности. Здесь вообще есть интересный нюанс. Дело в том, что правила торговли рынка города Николаева, они полностью смоделированы под ситуацию, которая, по-хорошему говоря, никакого отношения к ситуации на рынке Юлиана Сервис на Третьей Слободской не имеет. Предполагается торговля на рынках, которую ведут крестьяне, фермеры, то есть люди, которые привозят собственную продукцию на машинах, а не имеется в виду ситуация с практически стационарными объектами. Вот на Юлиане Сервис предприниматели торгуют в стационарных объектах. Каждый из них является, не большинство из них подавляющих, не является ни фермерами, не являются производителями. Они являются бизнесменами, о чем сказала Елена Андреевна. То есть я думаю, что многие из них имеют наемных работников, ну, то есть продавцов, да, одного или двух, может быть, грузчика, может быть, водителя. Так вот, а правила торговли рынка города Николаева полностью смоделированы, подстроены под расклад, когда клиентом, не клиентом, а торговцем на рынке является не предприниматель, является производитель, вот так скажем так. Да? А ситуация на рынке Юлиана Сервис совершенно иная. Она должна начинаться именно, точнее, и развиваться не в рамках правил торговли на рынке города Николаева, а в рамках, ну, представьте, да, вот центральный рынок, на нем же торгуют, да, стоят вот эти павильоны, да, торгуют на прилавках, ну, мясом индивидуалом, там, колбасой, капустой, и при этом на этом же рынке стоят стационарные магазины. Так вот, магазины, если они не построили сами на этом рынке, а их построил рынок, они работают на рынке на основании договора аренды с владельцем этого рынка. Так вот, и на Юлиане Сервис, все, я много сегодня, ну, говорил уже о том, что вам вообще нужно вашу историю вообще раскручивать именно с того, что доказывает, что были договора финансирования этих павильонов. Вот это базовая точка. Да. От нее уже дальше выходить на тему, там, заключения договоров аренды, там, и так далее, и так далее, и так далее.
То есть, повторяюсь, в этих чеках, которые здесь находятся, ничего противозаконного нет. И никакого повода подавать какие-то заявления в фискальные органы, ну, по крайней мере, как бы вот внешне. Нет, ни у Юрия Борисовича, ну, ни вот у меня их наблюдающего. Спасибо. Но я хочу сказать о другом. О том, что, возможно, да, вот по этому поводу нет. Но Елена Андреевна вот сейчас говорит, что адреса, пароли, явки тех предпринимателей, которые торгуют на рынке нелегально, известны. Ну, хотя бы потому, что все те, кто торгует легально, они в профсоюзе, а все те, кто нелегально, они против профсоюза. То есть, ну, как бы вам известны, да, эти лица? Ну, вы правда сказали, что мы не, там, не против своих, а мы против чужих, и поэтому своих мы там сдавать не будем, а с чужим Агирамовым мы воюем. Ну вот уже теперь определите, с кем вы мастера культуры. Пожалуйста, Юрий Борисович, вот ваши ответы, и потом, пожалуйста, Елена Андреевна. И органам для всех присутствующих. Не секрет, что это уже война между там, рынком Дзержинского и рынком Юлиана Серец идется давно. Поэтому та масса жалоб, которая друг на друга была написана со стороны руководства Юлиана Серец и рынком Дзержинского, естественно, просто так не лежит у нас там. Естественно, мы обращались и в фискальные органы, чтобы они проверили законность деятельности и того рынка, и другого. Поэтому органы направлены фискально это сообщение по поводу этих и чеков, там, и уплаты налогов, и неоформленных предпринимателей на рынке и так далее, и тому подобное. Поэтому это без внимания не остается. И, к сожалению, я не знаю, там, как отработана сейчас фискальная служба, потому что еще ответов от них не видел. Ну, будут ответы, там, я думаю, что я... Хорошо, спасибо. Пожалуйста, давайте действительно, коль скоро наши гости действительно тут правда несут на себе тяжкое бремя. Мне тут пишут, что Юрий Борисович, выдержки Юрия Борисовича можно позавидовать. Но я так понимаю, пишут, что я вот набросился на Елену Андреевну. Давайте, чтобы у вас действительно была возможность ответить. Пожалуйста, давайте по 3 минуты, чтобы уж точно вы высказали все, что считаете нужным. Пожалуйста. Я хочу вам сказать, вы говорите о том, что по поводу услуг там все законно. Я вычитаю вам с этих же правил организации торговли на рынке в городе Николаеве. Пункт 1.20. Администрация рынку при наданні продавцям торгівельних місць на визначений термін укладає з ними письмову угоду, в якій рекомендується зазначити термін дії угоди, асортимент, вид товарів, що реалізується, розташування торгівельного місця, умови орендного торгового місця, розмір та порядок оплати за оренду майна, перелік послуг, які ринок надає та їх вартість. І чітко вказано, що перелік послуг має бути названий. Якщо ринок надає послуги, то він має висвітити, стенд має бути на ринку, на якому буде написані перелік послуг, які надає ринок. Це чітко виписано. Тому там послуг бути не може, там є оренда торгівельного місця. Маєте бути культурними, я, по крайній мере, жінка, не перебивайте вже мене, тому що ви забираєте в мене мій час. Що я хочу сказати? Ви знаєте, ви говорите, а чого ви податково не звернулися? І ще я вам говорю, якщо ви хочете знати, куди ми звернулися, скільки бумаг, то я вам тоді надам такий звіт. І в податкову звернулися, і надали інформацію, скільки він звітує, підприємці мають таку інформацію. Тільки податкова відреагувала таким чином, що є мораторій на перевірки, і є суб'єкти господарювання, яких об'єм до 20 мільйонів, вони не мають перевіряти. Тому ще раз говорю, ви не нападайте на підприємців, які сьогодні борються за своє право, які там їх принижують до сьогоднішнього, ви так посміхаєтеся. Там дуже серйозна проблема, і негативу там дуже багато. І підприємці спільно з профспілкою, чи профспілка з підприємцями проходять прокроково для того, щоб захистити свої права. Але на кожному крокі, все-таки ці кроці, ми звертаємося до влади, тому яка має допомагати, вимагати від суб'єктів господарювання, які сьогодні беруть в оренду земельну ділянку для організації цих об'єктів. А це соціальні об'єкти, тому що там багато створено робочих місць, щоб вони також допомагали нам. Їхнє основне завдання, щоб вони регулювали ці всі конфлікти. Спасибо. Вы закончили? Так. Вы сделали меня виноватым. Мария Николаевна. Еще. Я нападал на предпринимателей. Ну, вероятно, так было воспринято. Мария Николаевна, пожалуйста. А нет, вот у меня как раз вопрос. Если договора аренды нет, значит, он нам предоставляет торговые услуги 16 лет подряд. Аренда это тоже услуга. Вообще, то есть, если договора аренды нет, значит, это услуга. А если это аренда, это аренда? Услуг очень много. То есть, вот эти чеки, они не противоречат. Вот у вас был бы, допустим, договор. Вы сейчас, Елена Андреевна, цитировали меня полчаса назад, когда я говорю, почему до сих пор вы не в суде по поводу заключения договоров, и ссылаясь на эти самые правила. Потому что в правилах написано, должен быть договор. Вот так вы процитировали меня. А у меня вопрос. Дальше. Хорошо, Алексей. Этот договор не противоречит этим чекам. Может быть, договор, это чеки о том, что по этому договору рынок предоставляет услуги предпринимателю. И вот за оплату этой услуги выдан чек.
Все, Алексей, спасибо, пожалуйста, Мария Николаевна. Вопрос суммы чеков. Ну, простите, мы обсуждали не суммы. Я поняла, мы друг друга поняли. Алексей! Мы друг друга поняли, что сумма абсолютно другая выбивается. Вы знаете, вот удивительно. Я говорил перед тем, как мы начали программу, так сказать, в кулуарах, что мы провели опрос перед, в районе рынка Надзержинского, на Тверженной 3 Слободской, вот этого самого Юлиана Сервис. И, честно говоря, я был совершенно уверен, что люди будут возмущены. Ну, действительно, помните, сколько было скандалов? Забрали у города целый тротуар, там постоянно ужасная ситуация с транспортом, потому что проехать невозможно, пройти тоже, там машины разгружаются, загружаются. Ну, казалось бы, просто возмущения не будет предела. Давайте послушаем, что говорят люди. Я живу недалеко здесь, поэтому сюда прихожу. Мне, например, неудобно ездить там на Центральный, на Колос. Я вышла, и вот кто здесь живет, наверное, все они ходят сюда. И овощи, хлеб. Здесь хлеб очень хороший, такого даже нет на Центральном рынке нигде, Херсонске. А цены как? Ну, немножко больше, чем на Колосе. А на Центральном рынке почти то же самое. Более лучше цены, более свежий товар, мне кажется. А что вы в основном покупаете? Ну вот, овощи, фрукты, колбаску, сырок, например, здесь на рынке. Так все мы берем. Конфетки, сладости. Потому что и близко, и не так дорого, и все свеженькое. Колбасы тут вкусные. Вы знаете, он нужен. Он вроде пока не мешает. Тут повыбирать хоть можно, не знаю. Тут, мне кажется, более чаще обновляется товар, чем в супермаркетах. А цены? Цены? Ну, где-то дешевле, где-то дороже. Можно выбрать, походить. Много точек очень. Мы с Ракетной приезжаем здесь, купляемся вечером. Ну, я привыкла, что мы каждый вечер сюда приезжаем. И тут купляемся, чем утром ехать туда. Мне очень удобно. Почему? Потому что я живу здесь рядом, в этом районе. И просто и работаю еще, несмотря на свой возраст. Поэтому мне очень удобно этот рынок. Я его люблю. Ну, тут все задорого. Це тільки ринок отут у нас для багатих доця. Я просто-напросто говорю те, що є. Ну, для пенсіонера він не нужен, а для бізнесмена треба. А де ходити, коли ми тут живемо? Ходимо, скупляємося здесь, все є. Здесь, і овочі, і фрукти, покупаємо. І молочне, і м'ясо. Все нормально. Ну, тому що рядышком, от я здесь живу, рядышком пройшли. Удобно, чим в супермаркеті, і дешевле намного. Да? Особенности колбасные изделия намного дешевле и качественнее. Удивительно. Удивительно. Но тем не менее, как оказывается, людям этот рынок только не мешает, но они очень сильно его поддерживают. Пожалуйста, давайте. Вы хотели что-то сказать? Слушайте, на самом деле мы стояли, наша группа стояла просто вот в этом районе и спрашивала у людей. Почему меня спрашиваете, кого я должен был спрашивать, кого не спрашивать? Вы оскорбляете тех людей, которые сказали, что их все устраивает. То есть вы не согласны с их мнением, и поэтому я должен спрашивать кого-то другого. Потому что оно вам не нравится. Оно извините, это люди, которые удивили меня своими комментариями. Но они на самом деле так думают. Андрей, пожалуйста. Ну, как всегда, Дмитрий Талпа лукавит и не договаривает, когда он говорит о том, ну, о сервитутах, которые даются своим. Он забывает, что вот про эту воду была речь. Это стационарный тип часовой споруды, это дает сессия. Я не понимаю, как Юрий Борисович может своим дать, а своим не дать. То есть это раз. Точно так же, как когда он говорит, что вот сносят киоски, он забывает, что сносят незаконные киоски, стоящие без документов. И, в принципе, я считаю, что и со многими тут выступавшими соглашусь, должны быть какие-то правила единые для всех. Не тогда, когда вот нам сейчас выгодно, мы выполняем правила, нам не выгодно, мы отступаем от правил и так далее. Хочу напомнить такой же момент, когда там в этом году, да, Дмитрий, 8 марта вы стали цветами, как вас там выгоняли предприниматели. То же самое, то есть, когда и вы вызывали полицию, точно так же, когда там устроили барахолку под букетиком, вы вызывали полицию. То есть, должны быть правила единые. Там, в стихийной торговле и в запрещенных местах, которые по закону не положено, не должно быть ее. Все, а не постоянно ситуацию выкручивать в выгодном свете. Спасибо. Спасибо. Дима, давайте 30 секунд, пожалуйста. Андрей, касательно 8 марта, я взял разрешительные документы и стал с документами. Юрий Борисович не даст соврать, правильно? Неправильно.
Я не дослушал, Юрий Борисович, у меня есть видео. Вы сейчас серьезно говорите, у меня так, есть хорошо, видео. Так, хорошо, господа, давайте вы личные, вот конкретные ваши случаи будете разбирать за пределами прямого эфира. У вас не так много времени. Артем Василенко, Андрей Остров и гости потом подводят итоги. Пожалуйста. Ну, давайте так, передача продолжительная, у нас много эмоций уже выплеснули. Давайте попробуем все-таки немножко какую-то ясность нести для телезрителей. Значит, ну, во-первых, в тех странах, да, на которые мы хотим быть похожи, там, в европейских, в Соединенных Штатах, формат ярмарка точно так же существует, которые проходят по выходным дням и дают возможность фермерам и небольшим производителям, значит, реализовывать свою продукцию. Причем эти ярмарки проводят, сейчас скажу, вообще криминальную вещь. В спортзалах школ, значит, на площадях перед мэриями. Но это организовывается, и этот формат имеет право на жизнь. И сегодня, когда мы вот с участием, в том числе, Елены Андреевны, обсуждаем программу поддержки предпринимательства областную, как раз представители сельского хозяйства просят, дайте нам возможность быть в областном центре, приезжать в город Николаев, чтобы привезти по более низкой цене для жителей города свою продукцию. Организуйте нам эти площадки для того, чтобы ярмарки были. Это раз. То есть это приемлемый формат, который действительно нужен людям. Дальше. Рынки. Рынки для продажи сельхозпродукции существуют везде, существуют в Европе, в большинстве городов. Это есть, это существующий формат, который тоже будет, и мы от него никуда не уйдем. Часть продукции, опять же, мелкотоварный производитель, сельхозпроизводитель продают на рынках. То есть не все придет когда-то в супермаркеты. Поэтому и этот формат останется и должен быть. Вопрос, в какой, как он должен работать. Безусловно, по единым правилам, четким, одинаковым для всех и с законной ответственностью, как одной стороны, так и другой. А законная ответственность предусматривает, что обе стороны знают закон. И ту ситуацию, в которой попали сегодня предприниматели вот на том рынке, о котором мы сегодня говорим, они попали сюда от своей правовой безграмотности на момент заключения этих договоров, передачи денег, вот, и стали заложниками той ситуации с незаконными сооружениями, которая в Николаеве 20 с гаком лет. Поэтому сегодня требовать от городской власти, что они сегодня вот каким-то волшебным способом все решат, не получится. Очень многие вещи, которые не в компетенции местного самоуправления, и об этом тоже и говорил Юрий Борисович, то, что сегодня изменены документы Кабинета министров, для того, чтобы ситуацию исправить, точно так же нужно требовать внесения изменений в эти нормативные акты. И эти инструменты тоже у нас есть, мы вспоминали сегодня о тех отраслевых площадках, которые проходят. То есть, участвуя в этой работе, можно внести изменения в национальное законодательство с тем, чтобы на эту ситуацию повлиять в законном поле. Артём, только в законном. Артём, спасибо большое. Андрей Остров, и переходим к резюме наших гостей. Пожалуйста. Я хотел бы сейчас выступить уже в роли политтехнолога. Насколько у нас жестко переплелись политика, бизнес, закон, беззаконие, все в куче. Мы, вот у меня просто было такое дежавю, когда Дима Талпа обвинял в том, что каким-то своим фирмам выдается какие-то разрешения. Прямо вот на этом месте, где Александр сейчас сидит, сидел в прошлой программе Енькин, который сказал, что чиновники воруют, про своего однопартийца, который является чиновником. Все нормально. И тот же самый Дима сейчас утверждает, своим фирмам при этом фирм никто не говорит. Каким своим фирмам, непонятно. Второй момент, тот же Дима потом идет в полицию, потому что его с рынка выгнали, потом он на рынок выгоняет и ходит за этих... То есть, что мы хотим? Власть начала сейчас разбирать Авдеевы конюшни. На этих разборках, на недовольстве народа, да, народ привык к какому-то, вот там привыкли так работать, такая схема работы, все бы неплохо. Но надо все равно когда-то прийти в правовое русло, это неизбежно. Либо мы превратимся в дикую страну. И сейчас получается жесткое сопротивление, стимулируемое оппозиционными силами к мэру, фактически тормозит процесс интеграции города в новую жизнь. Мне очень много спрашивают, почему я защищаю мэра и городскую власть. То просто потому, что я вижу, что Николаев уже не будет никогда таким, как был раньше. 25 лет Решалова-Крышевалова закончилось. Никогда уже он не будет таким, как раньше. Либо вы принимаете эти правила игры, либо вы будете перемелены в законный способ будете перемелены и выкинуты из бизнеса. И плачьте, что вам некогда кормить. Стройте бизнес,
а не стройте схемы. В Николаеве 90% бизнеса представляют собой тупо схемы, на которых сидят люди. Точка. Спасибо. У нас остается ровно по 2 минуты для каждого из наших гостей, чтобы подвести итоги. Начинали мы с Юрия Борисовича. В этот раз давайте пойдем с обратной стороны. Мария Николаевна, пожалуйста, ваши 2 минуты. Ну, я бы хотела бы все-таки услышать здесь окончательное решение или хотя бы решение нашего вопроса. Потому что говорим о рынках, о стихийной торговле, а мы люди, которые остались без торговых мест. Хлеба на рынке как такового нет, есть вот один представитель, на фотографии вы его видели, который уходит и приглашает людей купить хлебушек в овощном ряду. 5 хлебных торговых точек. 5 было, 5 человек не стали на свои рабочие места. И еще куча людей, которые мы не знаем, кто не стал на свои рабочие места. Я тоже завтра знаю, что я на него не стану. 47 квадратных метров магазин, который Аладдин отобрал у меня. И зайти я туда уже не могу. Вот у меня вопрос. Каким образом можно будет решить этот вопрос? Спасибо, Елена Андреевна. Для вас сэкономим, Мария Николаевна, ты еще минуту, можете 3 минуты поговорить. Я хочу сказать в завершение этой передачи. Вот мы сегодня, да, обсуждали, но все перемешалось. Все направления, что только можно. И политика, и экономика, бизнес. Я понимаю так. Каждый должен заниматься своим делом. Предприниматель, он должен организовать свое место, как вы говорите, с учетом всех рисков, которые для него. Власть должна заниматься тем, что отслеживать порядок организации, организовывать эту торговлю, помогать организовывать бизнес, потому что бизнес на себе несет самое тяжелое в решении социальных вопросов. Он кормит народ, он лекарства продает, он одевает, он обслуживает все услуги. Это сегодня делает малый и средний бизнес. Вот бизнес сегодня за свои деньги открывает эти объекты. Власти нужно разработать четкие правила и заставить работать всех по этим четким правилам. Пока этого не будет, до тех пор и будут эти конфликты. Нежелание власти это делать. А у нас, видите, горсовет это одно, депутатский корпус это второе, там между собой нету согласия. А сегодня мы говорим о том, что уже более 20 лет, это мы назвали сегодня рынок Юлиана просто кричащий. А на самом деле такая ситуация на 80% рынка. Я думаю, что там, наверное, интернет сегодня будет кричать, что всем, у всех так. И говорить о том, что предприниматели, что они должны? Все делать, регулировать всю ситуацию, которая существует у нас в городе. Нет, они должны заниматься торговлей, они должны повышать уровень культуры своей, они должны отслеживать товар, которым они торгуют, они должны отслеживать... Заниматься бизнесом. Заниматься бизнесом, честно, да. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. И когда мы будем выполнять свое дело, качество будет, наверное, жизнь у нас в городе другое. Вопрос для чего? Наверное, чтобы рассказать, как это надо делать правильно. Так, профсоюз, согласно закону, защищает социальные трудовые права. Вы закончили, Андрей, да? Спасибо большое. Юрий Борисович, у вас есть целых 3 минуты, у вас наэкономилось общих. Я думаю, что он, как представитель власти, как раз нормально вот за это время подвести итог программы. Ну, я хотел бы поблагодарить тех, кто нас и поддержит, и критикует. Критика это тоже конструктивная, я считаю. Действительно, на сегодняшний день тяжелая ситуация, как сказал Андрей Острев, чистить Авдеевы конюшни не так просто. Там, за 25 лет уже накопилось так проблем, мы действительно одним махом их не решим. Все, что возможно от меня, я буду делать для того, чтобы действительно был порядок в городе. Но я бы все равно хотел бы обратиться к активным нашим предпринимателям, к общественникам, оказать помощь нашей власти. Да, вы правы, что власть должна делать свое дело, если она не умеет, она должна уйти. Но, к сожалению, сегодня у нас у власти такие люди, что не каждый может делать свою работу, а на ту зарплату, то, что платят специалистам во власти, я не могу держать нормальных специалистов, действительно. Поэтому было бы очень замечательно, чтобы вы активно участвовали в работе власти, там, и с теми же распорядительными документами, и с защитой этих документов на депутатских комиссиях. Вы знаете, что самое сложное, это не просто создать хороший документ, нормальный документ, который был бы работоспособный, а самое сложное провести его через все депутатские комиссии и защитить его на сессии городского совета. Поэтому я благодарен всем за активное ваше участие и все-таки не забывайте о том, что надо власти помогать на сегодня, а не просто ее критиковать. Спасибо большое. Спасибо. У нас тут очень хорошо вложились наши гости, очень лапидарны сегодня. У меня есть по минуте, которую я хочу дать двум нашим юристам, здесь присутствующим. Наверное, вот Александр сегодня много выступал, Ирине Щур и Алексею Кочубею, для того, чтобы все-таки внести некую юридическую ясность в то, о чем мы говорили. Пожалуйста, по минуте. Алексей, быстрее, пожалуйста.
Ну, что касается вопроса, который от вас прозвучал, то что делать? Ну, первое, это хочу ответить ответным вопросом. А вы что предполагали, что придя сегодня на эфир, вы получите разрешение вашей ситуации? Это разрешение не происходит. Вы вообще двигаетесь не в том пути, не по тому пути. То есть вот все ваши телодвижения, которые происходят у вас, предприниматели, они вообще не в том векторе находятся. Вы апеллируете не к тем инстанциям. То есть вам, я повторю то, что я произнес сегодня, не знаю, несколько раз за вечер. В суд отправляйтесь, решать там. Да, конечно, параллельно давите на депутатов, да, конечно, задавайте общественный резонанс, да, конечно, прокуратуры под уголовным делом, но ваша ситуация должна, может разрешиться в первую очередь судом. Спасибо. Пожалуйста, Ирина, и если 20 секунд буквально вложится Андрей, завершим этим программу. Пожалуйста. На сьогодні неодноразово згадували про законодавче регулювання, дійсно, і про повноваження органів місцевого самоврядування, які є. Але не всі згадують про те, що є дві різні плоскості. Тобто в одному випадку, коли приймають участь підприємці, і є спір двох господарюючих суб'єктів, який необхідно вирішувати виключно в судовому порядку, а є захист прав осіб, які фактично не отримують великого прибутку, ті ж самі фермери. Тому необхідно розрізняти ці два питання. Я закликаю владу до того, щоб допомогти більше все ж таки в організуванні ярмаркової діяльності і дійсно виконувати всі необхідні положення. А я думаю, що господарюючі суб'єкти, вони, в принципі, можуть звернутися на сьогодні до юристів і самі вирішити своє питання, тому що законодавство надає дуже багато можливостей для цього. Дякую. 30 секунд, Андрій, ми виходимо з ефіру. Да. Смотрите, три краеугольных камня, которые формируют движение государства, города, неважно чего. Первое – это власть, второе – это крупный бизнес, и третье – это народ. Мелкий и средний бизнес относится к народу. Если народ бездействует, им управляют две других вершины. Поэтому участие каждого гражданина на своем месте должно быть. Мы живем в одном городе и строим его все вместе. Точка. Дякую. Андрій Острів дуже добре підвів риску під нашою сьогоднішньою дискусією. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.